Куру дерьмо идет на сатево. Парируш, парирам. Так хочу жрать, сука. Так хочу жрать, блядь. Здесь я живой тут, если чек. Так хочу жрать. Сука, гоните меня. А, я все, я понял. Все есть нормально. Короче, сейчас мы идем кушать, похуй. Я звоню маме. Привет, доброе утро, я только в село приехал. Я ужасно хочу хавать, и мне холодно. Пизда, как холодно. Ебать дубаю. Алло, мам, привет, я уже в Бору от деда. Ты дома? Слушай, а можешь до бабушки набрать? Спитай, да, вона. Да! Я хочу до неї зайти в гості, да, я давно не заходив. И перезвони, скажи, там есть что съесть? Да, конечно, в дома, я дуже голодный. Хлеба? Да я хлеб не ем. А помидоры есть, если? Хорошо, хорошо, я зараз спитаюсь в ней, да, хорошо, давай. Привет, чат, нормально слышно? Мы будем кушать кислые помидоры. Короче, показать немножко. Короче, мне тут продажи. Из-за ветра телефон, короче, улетает, чтобы вы понимали. Из-за ветра улетает телефон. Тут бабушки сидят, чисто торгуют. Вот закрутки какие-то. Хрен продают. Тоже бабушки сидят холодно на улице, они продают. Вот здесь я учился, кстати, раньше. Так. Блять, ебать, у меня ветер, телефон шатает, и я в шоке. Куча откуда. Короче, вот здесь я раньше учился, вот в ПТУ. О, нихуя себе. Иди сюда. О, это здесь, короче, струдели, помните, я про струдели рассказывал? Это здесь огромные струдели. Ну, я сейчас поинтересуюсь. А у вас струдели с маком я? А какие вони покажите? Такие маленькие, да? А великие у вас были? Вот такие здоровые, да? А маку там много у него? Не знаю. Не знаете? Ну, такой, да, как у маку. Ну, как у вас дуже, то не, ну, нормально. Нету, типа, спасибо. Это не тот струдель, блядь. Раньше струдели были побольше. Типа наебать пытаются меня. На струдель я ебал. Никто еще в этой стране не наебал на струдель. Короче, я иду к бабушке в гости. Я хочу к бабушке зайти. Я не был у нее уже, блядь, около года дома. Мы живем рядом. Она к нам приходит. Я у нее очень давно дома не был. Блядь, у меня руки, сука, отваливаются. Вот здесь я, короче, раньше играл. Сейчас я мамке звоню. Здесь я раньше... Да шо? Вона може гола бути? Бабушка? Ні, не треба, щоб вона була в трусах. На порно здам? Хорошо, мам, я зараз зайду. Ти скажи, пускай одінеться, бо я ж з хлопцями йду. Я ж зараз зайду, а вона гола. А я пряму трансляцію веду. Що таке? Я сам иду, все, давай. Да, группа захвата, да, мам, все, давай. Давай. Все, давай, бо мене руки мерзнуть.
Блядь, вы же это не слышите все. Это, короче, мой старый двор, я здесь игры играл. Ну, типа, гулял, игры играл. Да нахуй надо. Короче, я вам покажу, как закрытый подъезд, смотрите. Сука. Сейчас взломаю. Оп, сюда нахуй. Изи, блядь. Изи для попизи. Изи, блядь. Сюда, нахуй. Я ж села, мне похуй. Я в селе родился, мне поебать вообще. Вообще поебать. Меня какие-то эти замки, блядь, никогда не сдержат. Доброе утро. Я не спал, мне очень плохо. Короче, я очень хочу спать. Мне надо еще везде походить сегодня. Я очень не спал. Бля, ну куда ты улетаешь? Не знаю. Я очень хочу спать и кушать. Блять. Конечно, тяжело, нахуй, после этого вчерашнего бокса. Бабуся, ты не голодом? Ты где-то? Да. Привет, как дела? Я где-то, я здесь зубчики за убирал, не знаю. Зубы потеряла? Вот, чекай. Боеба, чекай. Привет. Чекай. А то сейчас, ты не подивися, як я живу. А тато не робит мені не робит ремонт. На у меня актриса. Ты подивися. На у меня актриса, пацаны. Подивися, бач, подивися, що є циганка в Києві на вокзалі, подивися. Я бачу, бабусь, так, а що тебе тут не так? А подивися, вже 14 рік, як робить мені ремонт, і не робить, диви. Бачиш? Подивися. Бачу. Подивися, що робить. А якісь собаки в тебе? Нема. Ти їх не заводиш? Ні, нема, а я приболіла на тусіку. Чекай, не фотографируй. Хорошо, а що ти, як ти поживаєш тут? А тако поживаю, дитину. Тако... Як іменини твої пройшли? А трошки зробила була, бо грошей не було багато. То... А хто приходив? Анжела була, а тато прийшов по тому, то це. Бач, кажу йому, що йди зробити. А що ти їсиш? А? Що ти їсиш? А що я їм? А це що таке літургія, це що таке? А це літургія, доченька, а це я молюся Богу. Молюся, ага. Богу, да. А телефон робив в тебе? Ні, не робив. І в мене тільки це є. 256-10? Мобілка. Тільки мобілка в мене. А що ти їсиш? А що я їм? От вже кінець місяця приїхала Інга, є Інга. Надіюсь, поїхала, тому що я не хочу з нею пересікатись. А нам приписана вона і тут, і Каріна приписана. Давай я підніму. Ой. Ой, я не можу. І що, бабуся, що розказуєш? І що, вона казала, щоб до мені давати по 300 рублів, бо вони приписані в мене. І що, не дають? Не дають. І вона не дає. Ой. А ти знаєш, що вони там кредит набрали? Вона колись брала кредит на телефон, ти знаєш? Ну. И через 12 років пришло оповещение о том, что она не заплатила кредит и там набежали гроші. А вона каже, що вона заплатила. А де квитанції? Конечно, заплатила. Конечно, она тогда там сука, 5 гривен осталось или 10. 12 лет, 20 тысяч набежало. Боже. Как ты думаешь, кто за это все платил? Кто? Ну кто? Кто бы платить? Артур? Не. Артём? Да, Артём, конечно, блядь, Артём. Они там в сарае живут, конечно, Артём будет платить. Да. Конечно. Это не тот Артём, что вы подумали. Что у тебя на кухне? Я вижу, бабуся. Я кажу, что роби мені, роби, ведь я ж квартира буде. Это ж ваша квартира. Ти чого не робите? А що ти ще не готуєш собі, бабусь? А супчик, а я приболіла, супчику була, зварила. Вот эта тема стоїть тут 20 лет, кстати. Поїла. Я вам отвечу. А? Да. Вот это классный стол тут. А? Да? Що?
Что у тебя здесь интересного, бабуся? Ничего не интересно. Ничего, тетя мама тримает. Вчера было 37. Ты заболела еще? Я думала, что у меня коронавирус уже. Ты болеешь? Да. А что ты болеешь? Как ты болеешь? А я болею. Так от вчора температура була 37, була все вже коронавірус в мене, але змірила сьогодні, то 36. О, ага. Дивіться, бачиш? О, 36, дивіться, бачиш. Да, я бачу, бабуся. Да. А ти шиєш ще до сих пор? Шию, ти де я шию, я не можу вже шити, доча. Де я шию, як я не можу вже шити. А коли ти останній раз шила? Коли я шила останній да. раз? Куда ты шила, бабуся? Я ж не знаю, коли. Не знаю, це вже пройшло, а машинка стоїть. Ой, боже. Бачиш? Сейчас. Бачиш? Я бачу, бабусь. Бачиш, що в мене робиться? І кажуть, що я сейчас с вами поговорю. Мамо, а у вас гроші є? Я кажу, нема. Ну то сидіть. Ти подивися, бач, дивися, яка в мене ванна, яка в мене все. Подивися, плитка стоїть, ось, дивися. На, бабусь, на себе щось купиш. Ой, Боже, спасибо, Артузічок, спасибо на. Тобі, дитину, в мені вилезі. Кажи, тату. Бабусь, пожалуйста, все, я не люблю це. Чуєш? Що? Артузічок, кажи, тату, він... Что ж ты, 14 лет, что ты робишь? Не люблю вот эти нежности. Не можешь, если у меня плитка, вот дверь, бачишь, плитка стоит. Вижу. Это что, только церазив взять и покласть там. Вон то, подивися, яка в мене ванна, яка в мене все, подивися. То ж можно покласти цю плитку вже. Бабуся, ты слишком как-то все вот это абстрагируешь. Ну, прям это самое. Да? Кажу, да. Сережа, бери вже, клади плитку, я там 2000 получаю. Я с ним поговорю. Я тобі дам вже гроші, то поклади. А що ти сьогодні, як ти взагалі живеш, що ти робиш днями? Нічого, а що я буду робити? А телевізор у тебе є? Є. А що ти дивишся телевізор? Так, кожен раз дивлюсь телевізор, доченька, вже дивлюся. Ладно, я забираю обратно. Да? Шутка, чат, это шутка. А что ты смотришь? Передачи все, гроши, дивлюся, и дивлюся. Ой, божечка. Да не переживай. И дивлюся. Классный гриб, слушай. Да. Классно. Нежиночка одна сплела. Прикольно, слушай. И дала мне. Да. Є в мене телевизор, дивлюся, ТСН, дивлюся. Право на владу, дивлюся 112 калан, дивлюся турецькі кіно. Турецькі кіно? Так. Я дивлюся, дуже люблю їх. Прикольно. Дуже їх люблю, да. Хорошо, бабусь, я пойду, я просто кушать хочу ужасно. І мені треба ще в другу зайти. А в мене немає нічого такого, супчики. Ні, нічого страшного, я вдома поєм. Чуєш? Що? А Каліна, ця Інга поїхала? Я не знаю, я ж тільки приїхав, бабуся, тільки з Києва приїхав. Вона? Я тільки з Києва приїхав. Боже, дивися, що. Я що не знаю. Таке, во? Все, бабуся, що, я пойду. Все, подивись. Отдыхай. Подивися тут що? Подивися, дитина. Та я вижу, подивися. Ну що я зроблю? Що тут робить? Кажи йому, що як тобі не стидно. А чиясь квартира буде? Інгіна, а чого вона нічого не думає своєю головою? Хто? Інга. А Інна, що? Це ж її квартира. Так пускай вона і буде щось рішати з ній. Ну, що? Зробіть мені ремонт цей вже, боже мій. Ти що це таке дуже? Ну? Ай, Бог. Блядь, так чувствую, що я вас бачу на донаті, типа на тримон, камон. Все, бабусь, я пойду, отдыхай. Да, деньги не забудь. Ти не знаєш, що ти утравірив мене, як в мене такі безпорядки. Це нормально, все нормально. Все добре. Спасибо тобі, Артусечок. Кажи тому тату, як тобі не стидно, всі люди сміються. Нема грошей, то я вже 2000 положаю туди. Хорошо, бабусь, я пойду, отдыхай. Ну, бачиш. Все, давай, бабусь, я пойду. Добре. Котика вбили, мого чорненько. Нема котика. І Джулії немає кого. Бабуся, иди домой, отдыхай. Да, все, я пойду. Все, давай. Да, добрый. Все, если что, звони. Спасибо.
такая актриса, ребят, вы просто не знаете. Я-то знаю, какая она актриса. Я-то знаю, какая она актриса. Ну, блядь, ну, вы же просто никогда бабушка вам не показывала. Просто, понимаете, ну, типа, я с ремонтом поговорю, я, типа, не люблю вот это все, вот такие, знаете, типа, там нежности, вот эти сопли, меня это раздражает ужасно. Я же вижу, блядь, я же вижу, типа, наигранность, вот эту очень сильно вижу, потому что я всю жизнь с таким, типа, жил. И, типа, такое, знаете, типа, нам нужно еще зайти к корешу сейчас. Я ему подарки отнесу. Кто смотрел ролик, понимает, какие. И потом домой пойдем кушать. Идите сюда. Ну куда вы, блядь, ну куда вы ушли? Где вы, нахуй? Короче, бабушка моя актриса, пиздец, нахуй. Актриса, я ебал, блядь, еще так. Ну, прикол в том, что, ну, типа, я ей деньги даю, но через маму даю, понимаете? Я лично не даю никогда деньги, потому что это превратится, типа... Каждодневные приколы такие денежные. Мне конечно же, не жалко. Но, типа, не хочется давать деньги тому человеку, кто не может с ними справиться, понимаете? Типа, потому что она любит какие-то книги покупать, какую-то хуйню, куда-то что-то влаживать. Типа, блин, может, она еще и биток влаживает, я не знаю. Ну, типа, понимаете, типа... Я кину маме 4000 гривен на днюху ее. И говорю, дай я тебе эти 4000 гривен, хоть пускай себе что-то купить. Мама говорит, ты что, типа, ёбнулся? Она же, нахуй, типа, за эти бабки, она же с ума сойдет. Она же, типа, охуеет, типа, она сейчас как узнает, что это ты ей дал, она не отстанет, каждый месяц будет. Типа, там, просить вот это. Ну, мне, типа, не жалко, но все же, типа, она очень сильная актриса. В этом плане, как вы заметили, что мне косарь дал. Ну, косарь дал просто, типа, вот. Ну, что бабушке надо, блядь? Ну, типа, похавать купить, там еще что-то. Плюс мамка ей помогает. Мамка там, сеструха дает деньги какие-то. Все вот так. Ой, ебануться, что происходит? Очень спокойно и тихо. О, это сварщики стоят. Они учатся. У них сейчас практика. Это сварщики. Я здесь учился, у меня здесь практика проходила. В таких же костюмах я стоял. Классно отдыхал. Вот чисто щелил. Я нихуя не вижу, солнце светит. Ебальник. Так, а здесь, короче, идите. Бля, у меня стрим не упал. Не упал стрим? Не упал стрим, нормально все. А вот здесь, короче, чтобы вы понимали, я здесь бывшие сиськи кидала. Ну, типа, она так шла, подняла, футболку мне скинула. Я такой, типа, о, спасибо. Кэшбэк, типа, в салфетку вытер. Тут какая-то стройка всегда, домом строится новый. Нихуя не понимаю, короче. Ну, такие проулки. Короче, проулки. Короче, расскажу вам про шутку, которая была на этом месте. Вот именно на этом. Идет Юрец. Он сейчас в Чехии. Боди, к которому я иду сейчас в гости. И я. Идем, и Юрец идет посередине. И что-то Боди хочет... Типа, говорит, иди сюда. А Юрец идет посередине. А тут, короче, снега дохуя. И вот такие, знаете, овраги огромные. И Юрец идет посередине. И я говорю Боди, типа, Боди... Бодя говорит, иди ко мне, а я говорю, подожди, Бодя, пока, потому что пока эту хуйню огромную обойдешь, заебаться можно, типа, слишком долго обходить. Юрец такой оборачивается на меня и дает мне подзатыльник, и говорю, ты че, охуел, черт, типа, ты че, охуел, ты че мне въебал, типа, подзатыльник? А он такой, а нахуя ты так на меня пиздишь? И говорю, брат, так я не про тебя, тут эти овраги снежные, типа, их надо переступать было, типа, можно упасть, блядь. Это так забавно было, типа, пиздец. Витя! Привет, братан! Как дела, брат? Васа, Витёк, всякий рот не бачили, ты на меня не обижаешься, брат? Трохи да уже не, ну время пришло. Хочешь ли мне речь поставить, чтобы не обижаться? Не, спасибо, не нравится. Видите? Время лечить. Время лечить. Да. Ты куда, брат? Горилку. Горилку приедешь? Да. Не, куплять. Куплять? А что будешь обычно? Смотри, какой там кадр идет, слышишь? Я тут просто подснимаю, да, смотри, уже идет кадр какой. Круто. Не, вот впереди, вот видишь, смотри, оп. Ова, лево, право. Это Григорьева брат. Я не знаю, кто это брат. Григорьева не знаешь? Не.
А что, нормально все у тебя, Витя? Классно, працюю вчителем, так и вчителем працюю, все нормально. Все супер, хорошо, брат. Я иду на хату хавать, я только приехал просто с Киева. Давай, удачи. Давай. Пацанов видишь, привет передавай. Хорошо, давай. Давай, Витя, удачи. Это, короче, Витя, бля, я, короче, хуйню сделал одну, ну, типа, грустную, потому что я в прошлом году приезжал, позапрошлом, на день рождения к Боде, там был этот Витя, он выпил, а я, сука, начал это в инсту снимать и рофлить. Ну, типа, ну, кто это увидит, камон, ну, блядь, ну, я ноунейм, ну, кому Витя этот нахуй нужен? Так, блядь, мои подписчики были в школе, где он учителю, бегали эти истории, показывали, блядь, и директору, и, типа, немножечко неловко получилось, ну, типа... Типа, я не люблю такое. Ну, я, типа, не знал, что такое. Я, это было мне уроком, то, что, типа, не надо такое насыпать. А вы видели кента, который чисто шел и вот так потоками ветра его вот так, нахуй. Куда ветер, туда он, блядь. Ебануться, блядь. Ну, он прикольный мужчина. Ну, прикольный парень, когда трезвый, типа, знаете. Да трезвый, он же умный, он учитель, он людей учит. Типа, с ним можно классно посидеть, попиздеть. Ну, там, о чем-то интересном таком, знаете. Когда он выпьет, он выпьет. Это плохо. Вот я поэтому и не люблю, типа, пить время. Что-то очень круто, не очень круто. Ну, типа, превращается там, как танцевать, начинать или орать. Он особенно любит еще снять обувь, а ноги там, ну, такое, знаете, чисто как будто, ну, блядь, биологическое оружие какое-то. Так. Так, мы сейчас идем, поднимаем камеру, мы сейчас идем к Боде. Ну, по деревне чисто пешком можно передвигаться на похуях. Куда хочешь туда попасть. Я сейчас так хочу наесться, ебанешься. Просто передвигаемся вот так грязно. Я даже не знаю, сколько меня смотрят. У меня что-то оверлей везде пропал. Ну, короче, насчет бабушки. Что я скажу? Ну, типа, все нормально. Ну, 5000, нихуя себе. Типа, с бабушкой все нормально. Фоллоу здесь, кстати. С бабушкой все нормально, типа, там ей помогает. Но она актриса, еще пиздец. Вы же видите, как она это драматизирует. Типа, ой, пизда, у меня все, ебать. Ебать, я сейчас к Боде зайду, вы сейчас там охуеете, нахуй. Ну, там тоже... Ну, короче, не сказать так, что, типа, у меня друзья там богатые, или я, блядь, богато жил, и бабушка, ко мне на это поебать всегда было. Сразу на людей смотрел, они их там монеты, не монеты. Типа, похуй вообще. На это, короче. Короче, у меня все кенты среднички были. У нас меня ни разу не было. Мы все скидывались на бутылку, блядь. Или на пиво, или еще на какую-то постоянно. Ну ничего, знаете, испугалась. У нас не было такого кента, который заряжал. У нас Буйко был. Буйко вот единственный, кто с нами работал, вы его могли видеть в ролике про компьютер. Это единственный кент, который работал на военной части. Получал дохуя денег. Ну как дохуя, для нас это дохуя было, потому что мы не работали, а он работал. Он получал вот так зарплату, типа, и он всю эту зарплату у нас всаживал, и мы бухали целый день. Выходили в сауну, кушали, бухали, все, мы нихуя не делали. Типа, ну я благодарен ему за это. Он меня первый раз в сауну, знаете, как затащил? Рассказываю. Короче, первый раз он меня затащил в сауну. Еще один кент идет, блядь. Ветреный кент, я их называю. Чисто идут, блядь. Воздух только колышет. Короче, рассказываю историю. Я сидел, играл в MMORPG. В MMORPG играл. И встречался с девчонкой уже год. Отношения нормальные, все супер. Она жила в деревне, типа, 3 километра от меня. А я дома сидел. И я играю. Залетает ко мне этот Бодя, к которому я сейчас иду. Он залетает, синий, в говно. Говорит, Артур, побежали, там наших типов пиздят. Говорю, Артур, побежали. Говорю, что случилось? Побежали, там пиздец. Я говорю, ебаный снич, ну бежим нахуй. Я, блядь, лопатку от педалей, ну, чтобы, знаете, ложку от педалей. Я ей, блядь, в рукав, у меня куртка балахоновая. Я бегу нахуй. Бегу за ним, блядь, бегу. Типов нету типов. Думаю, блядь, ну все, пизда, уже вывезли, думаю, на бражники. Это, типа, бражные ямы, куда отходы скидываются. Ну, пиздец. Типа, все. Я, нахуй, разворачиваюсь. Идет три кента, эти мои. Этот Вуйка, Андрюха и Саня идут. И идет эта единственная фраза Вуйка. Ты что такой напряженный? Въебай пивка. Я так въебал пиво. Оно такое шоколадного вкуса. Первый раз пробовал и больше никогда в жизни не пробовал такое. И говорит, ну типа, брат, ну мы тебя типа вытащили в сауну, потому что ты же не выходишь, у тебя малая, ты типа, блядь, играешь, и ты с нами типа в сауну не поехал.
Говорю, ну ладно, поехали. И, короче, я поехал в сауну, раздеваюсь, у меня эта лопатка выпадает железная, там все в ахуе, все в шоке, блядь. Потом я иду с этой сауны, мне звонит малая, говорит, что ты спишь? Я говорю, ну сплю, блядь, ну что я ей скажу? Нет, малая, ты знаешь, меня развели на сауну. Я, короче, думал ей соврать, потому что, ну типа, блядь, чтобы не беспокоилась. И что? И я соврал, она поверила. А потом я собирался к кенту на днюху, заходит этот боди, говорит, блядь, так классно в сауне попарились, да, брат? Я говорю, да, иди нахуй, говорю. Долбоёб, блядь. И она стоит нахуй, все это слушает, говорит, в смысле сауне? Говорю, да я, блядь, соврал тебе. Блядь, тут собак дохуя. Бодя! Бодя! Я ебал за... А Богдан е? А Дэвин? Тетя Тань, здрасте. А где Богдан? Блядь, эти собаки. А де він? Він у Вінниці. А, він в Вінниці? Вже за 4 дні там. А з ким він там? Здрасте, з Валіркою, в Вірки день народження був. А-а-а. Я це до нього дзвонила, оскільки він приїде, а то не дозвонилася. Дзвонила до Вірки, вона каже, що тітка мені дуже зарані встали, бо 7 часов. А, так що, він стільки приїде? Не знаю, що я ну, як приїде, скажіть, хай подзвони мені, хорошо? А ти коли їдеш? Я тільки приїхав, я їду завтра, мабуть, вечором. Ага, ну то з тебе боїтися. Я кажу, що як дозвонитися, що приїде, хочу побачити. Хорошо, тоді до побачення. Передам. Подарил, блядь. Не, у меня есть другой друг, ему тоже можно подарить. А он такой халяву любит, Бодя Белый, я его называю. Бодя Короткий, короче. Прикуха такая у него просто, типа. Он тоже такой на халяву любит. Я ему сейчас покажу клаву эту, он прибежит за ней. Спорим нахуй на тысячу, спорим на тысячу сабок, то, что я ему сейчас показываю эту клаву. Говорю, что, типа, приходи сейчас забирай, он сейчас прибежит, заберет ее нахуй с работы. Ему будет похуй, он прибежит и заберет ее. Чисто. Ну, блядь, да я-то 1000 сабок мне никто не скинет, сука. Но это слишком много. Хотя бы 10, блядь. На 10 давайте хотя бы. Ну, я хотел клаву этому боди отдать, потому что этот боди, вот тут вот, мы к нему сходили, он, короче, дело в том, что он поехал зарабатывать деньги в Новосибирск, чтобы вы понимали. Пробыл там год, вернулся, заболел какой-то болезнью, у него некроз кожи пошел, 80% кожи. Он лежал там, короче, шанс на выживание 2%. Ему пальцы подсекали на ногах, на руках там. Ну, короче, полный пиздец. И как выжил, их хуй знает. Ну, типа, чем-то заболел очень жестким. Никто не мог полечить, всем было поебать вообще. Государству было поебать. Ну, там, взяли что-то, насыпали ему. Ну, короче, пиздец. Единственный случай в Украине такой болезни болеть. Чел выкарабкался, выжил. И сейчас, ну, типа, красавчик. Ну, типа, по этой хуйне очень обидно то, что всем было похуй. Я не говорю про типов, мы с типами засыпали монет сколько могли, конечно. Ну, типа, в Украине один случай такой болезни, все отказывались. Говорят, не, ну нахуй тебе, типа, это, ну нахуй, типа, все боялись. Я в шоке, блядь, с этой темы. Ну, он выжил, он сильный, типа. Ну, блядь, то, что везучий, но сегодня ему не повезло, потому что эта клава может улететь другому. Типу. Просто, ну, Бодя, я ему сейчас позвоню, слышишь? Сейчас ему насыплю. Сейчас, подожди, сейчас на наушники найду. Интересно, а соседка есть дома? Мы сейчас до соседки зайдем сейчас. Сейчас, типы, секунду. Половьтесь нахуй, кстати. И на телеграм подписывайтесь сейчас. Сейчас я посмотрю, что тут у нас. Я очень голоден, если честно. Я бы сейчас, блядь, козла съел бы. Я бы еще все нахуй съел, чтобы увидел. Ты, сука, гавкаешь. Что ты гавкаешь, Йосип? Так, а что мне, соседку набрать? Не, ну, соседку... Пускай сама ко мне идет, нахуй. Чего я должен к ней идти? Пускай она ко мне идет, я поем, и она придет, и мы попиздим. Да. Мама Вика. Сейчас я наберу ее. Мама Вика. Сюда, мамаша. Не, айфон давай. Давай попиздим. Вот так. Что вам, а вам дорогу снимать или себя, типы? Что ты, вейкап или ты слипнул? Блядь, вот такая музыка осталась. Алло, привет, а ты на хаусе?
А де ти, що ти? Ти з малишкою? З якою малишкою? Що-що? Хто народив дівчинку, блядь? Ти? В смислі? Що ти насипаєш? Не було не 9 місяців. Чуєш, а коли ти будеш на хаті? Я приїхав, думаю, зайти в гості, або ти до мене якийсь кофе попити. А, так ти десь в городі, да? На п'яному углу, да ну нахуй той п'яний угол, я тільки звідти. Ну, типа, я біля твоєї хати прохожую, типа, викупаєш, я думав залетіти, але ти, типа, вже залетіла до мене. Ну, буває таке. Да. Ну, хорошо. Ну, да, я щас буду на хаті, я щас поїм маму там, пообщаємся з мамою, там, всі діла. Все, хорошо, давай тоді. Чат, голосування можеш? Блядь, сука. Короче, іди, що ти такое, блядь, ти єбло? А що з тобою? Короче, чат, слышишь? Слышите, типы? Как вам идея? Короче, какому из боди отдаем Клаву? Вот это, короче, бодя худой, это к которому мы ходили. Или бодя плотненький. Только не пишите другие слова. Плотненький. Это такой, типа, другой кент. Я вам сейчас... Ну, это тоже мой кент. Ну, короче, он тоже веселый кент. Он на меня похож. И кому отдаем эту Клаву? У меня еще есть наушники. То бишь, кто-то, ну, кто-то с ними точно с подарком останется. Или наушники, или Клаву. Просто... Ну, типа, блядь. Голосование надо насыпать какое-то. Голуби. Алло, голуби. Голуби, ебать голуби. Кто-то хавал голуба когда-то, типы. Цвірінь, цвірінь, а, Йосип. О, сібейшин отсюда оформили, блядь. Голуби. Мама! І син додому прийшов. Фу, бля, я так заебався з цієї, сука, куртка ходить, кофти. Эта кофта центнер весить, блядь. Ёбнешся і не ходить. Она очень тяжелая. Подарок подарили. Как шуба, блядь. Ма! А що це за сімейство? Що це у вас так дохуя? Ой, багато тут. А це що за кем? Катерин друг, самый лучший. Кикбоксинг. Это твой чужич. Привет, это не бойся. Привет, ма. Не бойся. Не, ну типа, what's up, homie? Привет, с именинами. А что, тебе нас ночуешь еще что? Нет, ты сегодня ведь пришел. Я питаю просто, не чешусь, она такая мала. Ты что, малхольный, чи что? Она что, такая, как ты? Что ты с 15 тут мотлошишься с всеми? Насыпаешься, чуешь? Насипай щось похавати. Я до баби зайшов, вона мені... Я в курсі діла. Оце кіно було. Всі артисти віддихають, які були самі круті. І Гундарєва, і Максакова. Так, і мама, які не хоч... Ти бачиш, вона який концерт робить? Театр, і її заждався. Насипай щось похавати, чуєш? Насипай. А батя де? Дай балці від тобі. Щоб я не казала по букву... На букву... Мама, не кажи погані слова, тому що мене якщо забанять, то будемо їсти кожурки від хліба. Його позвали на рибалку. Де айфон твій? І що, він працює? А що, ти щось знімаєш на нього? Ти знімаєш на нього щось? Та ні. А що ти ждеш? Кого ти ждеш? Я знімаю бабусю. Бабусю ж? Бабусю я мусю. Насипай щось похавати, так. Да. Дивися, це дечко. Яка реба. Бля, я посадь не хочу. Не ви чорно, смотрите. Давайте я вам понасипаю, десь картошку. А що, ви мене ждали, щоб поїсти? Так, не хотіли їсти, яка не будуть їсти. Блядь. Ну, давай. Попи тако, так? Що, нормально все? Ну я в зал хожу, ма.
А салат, а помидорка там, да, грязюка? А Інга приїжджала, що тут було? Інга є? Вона сховалася. А коли вона, що вона не свалила? Вона завтра свалює. Піздець, і що це, опять її терпіти, чи що? Бля, я думав, я б не приїжджав, якщо вона тут є, нахуй воно мені треба? Оце облядство дивитись на це от, вечірнє. Так, чекайте, до мене облядство тут, щоб контролювати. Угу, я бачу. Що це? Щас, типу. Ну що, Каріна? Нічого. Що вона робить? Все хорошо, я довольна всім. Для мій подарок. Вон тут нічого собі. Ніхуйна подарок, блядь. На ось тебе хватає ще такі слова задавати. Не будь, давай. Даю. Зарода. І стіна ще дасть. Супер, дякую. Оце, що я вспіла зробити таке? Що? Оце в трапезничество. Сьогодні. Я ж тобі казав, що я теряюсь на тут, хату. Тут нема коли. В смісі нема коли. Тут всі все зайняті. То, хто зайнятий? Чим зайнятий? Бавити у того Василя, блядь, бандвити? По імені Інга. Ту Василівну? Всі зайняті, такі зайняті, прям не передати. А Каріна чим займається? Це тобі допомагає готувати? Ти вмієш готувати? Слухай, вопросики! Ну що вопросики? Вона все вміє, все знає. Так ніколи вона не знає. І картошку, і до картошки вона в таїзки все готове, і салат, і круті з виноградом. Дай мені, будь ласка, миску на помідор. Ти в таїзки готовиш, так? Да? Що там мучиш? Я пережовую. Дивись, яка вона женственна. Я в шоці. Це для тебе вона робить. Я за перший варіант голосував по клавіатурі. Це перший варіант? А хто там виграв? Я навіть не бачу. Так, мій перший варіант, Боря. Їж, не бійтесь. Ви там приходив. Ти кушайте, кушайте. Син, я не знаю, які помідори. О, дві, які я собі ключик викрила. Що це таке? Бачки відкривати. Лайфхак! Це комусь на шию. Не знімеш? Я не їв з самого рання. Ти знаєш? Віка над тобою прикалувалась. Що? Віка над тобою прикалувалась. Родилася дівчинка? Да, у Віки. А сметана є? Да. Тільки не домашня. Вже не носять ці родичі нам. Я в шок. Я так хотіла, щоб вони носили мені все. Тепер прийти на базар все купляти. А побачити? А не курю, кстати, більше. Я вже три неділі не курю. Все, я тебе люблю. Спасибо, дядо. Ну, коли трапізничество, короче, картошка, м'ясо, помідори. Я хотів бабу привезти сюди. Ну, не дівчину. О, нам ту, а, бабу, жінку, дівчинку. Я думала нашу. Ні. Козу стару. Ні, ну, типа, Діану хотів привезти, ну, вона очкує. Чого? Вона каже: "Ой, там корона, рандомні люди". Я їхав в вагоні один. Я заплатив на 200 гривень більше за перший клас, нікого не було вообще. І в автобусі я їхав теж, нас їхало двоє в автобусі. Типа, ніхто нікуди не їде зараз? Да, ніхто нікуди не путешествує. Вона говорить: "Ой, що там много кентов насипаєш, ти там, типа, я очкую". Ну ладно, типа, я що? Поки курка не захоче, то що? Петух не скоче. Ну так. Це не про курку, це про собаки говорить. Тільки там другі слова. Да? Собака як по-женськи? Кука. Да. Ну треба красиво казати. З буквою Ч. А. Блядь. Це що таке? Опа, сюди! За депу. Ну, це як смачно, мам. Найміша картошка. А ти м'ясо їдеш? Я, да. То ж вона раніше не їла м'ясо, да? Таке, бачу, вже їсть, вже взрослеє. Я їм тільки м'ясо таке, бо я з кісткою не їм. Якщо вона вже вділа цю солоху на голову, то вона вже взрослеє, вона женственніє. Угу. А то ж вона собі пацанка така, вона думає, що вона Петруха та з цього,
з пацанків. Ти, ну, Петруха, ти не дивишся тих пацанків русських? На ніяк времени не хватає. Ой, я така довольна тими. Той передачею мені так вподобав, бо я теж би була там Петруха. Та я тобі показала. То цей, а чого ти говориш, як 12 років тобі буде? Ну, повніротний. Ні, не раз, м'ямно. Ні, вона не так, як баба, вона так не говорить. Сю-сю-сю-сю-сю-сю. Але сьогодні баба дала джосу. Я думала, вона де? Ну, дуже кислий піздець. Кислий-кислий, да? Ужасно кислий. Аж глаза вилетають. За того гірочки. Ні, верни всю сім'ю їх. Верни, я буду доїдати. Їж огірочок, ти не пробував. Це я пробував. Це з помідором, це з кисладким? Сама. З кетчупом. А ти куриш? Ні. Просто напряглась дуже сильно, я бачу, да? Я курю? Я не бачу. Я курю, я собою гуляю. Ну, не курю, значить, я не гуляю. Ну, здасться тебе, да, конечно. Та його, і Криша, пацан. Ну, він з першого класу на кікбоксинг, він самий крутий тут. Я кажу, о, хорошо, нам такі підходять. Ну, то хорошо. Ти ж мої колись приводив туди на тренировки в зал, де? Да? Так він же був. Да. В школу. В другу школу, що колись. Ти її там підмітив, да? Там тоді всі, ну, типу, в шокі були. А тут за гулят. Так. Калина, калина. Бо зроби сідатку картошку. Це щось я так обігом, бо я все розчитувала, що там Марка принесе сиру, сметани, щось в ній. Давай огірки насипаємо, вони дуже смачні. Тут всі їдять ці огірки, тако банка. Боже, що я знаєш, що в Києві їм гречку? Молодець, пару дуже хорошо. Пару і більше нічого. Боже, як це добре. А від гречки дуже умніють. Тебе і так ум прет. А шапка росте? Вже виросла ще, коли я тебе родила, щоб всі перелякалися в больниці. Як тебе розмотали, мені віддавати і замотувати треба. Ого, який богатир досить ти. І так, а я як глянула, бля, думаю, ніби дитина в першому класі. Це що таке, це що я маю? Бо я ще ж не бачила тебе розмотаного. Матіки, ця больниця стала на рога, що це таке за велетень родився? З велетнем разом. Ну, тяжкий родився? Ні, легенький. Як я? Більше, чим ти. О. Він же в 2 місяці важив 7,5 кілограм. Я не могла його волочити і коляску на 5-й етаж, бо ж були у баби. Значала знесу коляску, Артура лишу в хаті. Так, щоб він нікуди не виліз. А тоді вже йду Артура несу. А вже як погуляю по городі, тоді беру разом з коляскою. Всі питають, що я зараз така крепка в руках? Я тобою накачалася. Бо я болезний був в дитинстві. Я тебе носила і носила. І півроку тебе нести з коляскою, бо ж ти ще не ходиш. А 2 рази лень ходити. Ну да. Або кавалірем? Ну, наверно. А чому ні? Бабу задобрив? Да. Давай, ці, грязюку давай. Яку грязюку тобі дати? Огірки вкусні дуже. Дуже вкусні. З томатом. Без томату, з кетчупом називається. То не бери помідору і огірок. Чого? А що, то солодкий, а то... Нічого страшного. Ой, бери-бери. Діма, бо я бачу якось. Бабушку задобрив, в цьому будуть перші. Все! Будуть перші здесь. Смотрящі, а де кіцьки? Ліза наша не ходила. Ціле літо до хати вже прийшла. А всі повтікали. Да? Слухай, Інга в хаті, вони бояться, вони всі уходять. Вона спить чим? Вона спить чи десь? Спить. Вона спить, вона чекає, бо це не має кальчатку. Я кажу, ну що, пізда, збирайся. Кажу, Артур приїде. Збирайся, щоб ми гарно вигляділи. Дві картошки. Твому ковтець. Так добре. Вона каже, я йду спати. Я не хочу. А ви рішили з банком? Да. Спати! Дім, а тобі? Ну це, два. Ну, блях, не все добре. Я ти знаєш, хто я приїхав? Ну ти казав за паспорт. То що? Мені досить якесь фоткатись. Да. Не маємо не треба тобі фоткатись. В смислі? Це так зараз вже нема. Ти приходиш своїм паспортом, його забирають і тобі дають ID. Ну вже через місяць. Вони там все фоткають, як це воно заграничне. Хто вони? В паспортному столі. Мені прямо сьогодні зараз туди йти? Можеш ти. Приходи казати, привіт, Йосип. Я можу з тобою піти, під'їдем до Яковича. На чому під'їдем? На таксі, конечно. Ну, конечно. Марк, мені за скільки паспорт зробила? За 2 тижні чи за цей? Каріна,
Тобі стільки років? А ця що робить? Це ж і не однокласниця Таня. Ми можемо підійти або до нього, або до неї, і все зразу робиться. Бо вона каже, Боже, це ваш син, а мій син підписаний на Боже, всі тут бачать в шокі. То давай номерок цієї подруги, зараз ми перейдемо. У мене немає її номерка, це в якийсь месенджер. Вчора була ще в своїй. Це її Тані. Сиділи з Владиком, дивилися. Ну там зараз десь на мене обід, або з 12 до часу, або з часу до двох. Я вчора, ну чекай, я ще з того року дивився. Я не знаю, чи той начальник. Ще може бути, в мене немає його номера, він в мене теж в друзях. Що, я буду писати йому? Кажи, брат. Коли ти, Петро, будеш? Синок приїхав, синок, треба порішити вопроси, поки при пам'яті. Ти завтра ж не їдеш? Ну, мені желательно чинце закрити і пусти, бо тому що... Роботи. Ну то значить з утра завтра треба йти. Я слишком востребований. Я приїхав сюди, мені коріш каже, приходиш на стрім до мене, тобі мені нужен 8 вечора. А як я пойду на стрім сьогодні? А чого ти як пойдеш? Какая причина? Ну я должен буде там, як журі, тому що без мене ну, не так інтересно. Ну то ти віддихнеш, ти підеш? Та куди мені компа нема? Надо... Ну я як щось придумаю, ну типа діло в тому, що треба чим побистріше вернутися, тому що я не знаю, що вони там придумують. А, це там в Києві? Да. Ага. Типа мені, я там максимум, може завтра вечором поїду. В п'ятницю мені 100% треба бути в Києві, мені прям кров з носа. Треба? Той паспорт. Тихо. Ага. Да. Да. Ну я помню, скільки... Мама, а кофе немає? Є. Давай. Крапань. Крапань. А певно, ні. Да, через себе, пацани. Угу. О, треба було дати нові вілочки. Купила такі красиві вілочки під Єгипет. У мене все під Єгипет. І це воз Єгипта. Нефертіті, це я. Дивися, яку я собі купила місочку з настоящого Єгипта привезена. Єбанешся. Там ззаді написано «Made in Egypt». Йогурт. Йогурт? Давай мені. То буква не «У». Ого, оце добре. Що? Зняла цю штуку, аж голова ослабла. О, діти наїлися? Так. Всі наїлися? Дуже вкусно. Я щаслива. А що вона цю штуку? Давай кофе, мама. Ой, боже, все таке бігом! Вау! Дякую. Говори. Не будем казати чим. Я думаю, спасибо. Тебя довольны едой, как бы. Ну, как будто с детьми хожу все время. Не сам приехал. А зубочистки нет, она? Да. Туфельки. Немає. Е. Кончилось. Нема ничего. Е, у меня тут адрес. Ведь дети занимают много места. Блин, я... Що не взяв з собою нічого покурити? А Боже, а що тобі дати покурити? Відам зараз ці. У Інгі там десь якесь поломане. Ні, поломане робочий. Айкос? І стільки є? Стільки нема. Вже нема? Вже нема, у нас куріло тут десь. Мені привичка, коли я вдома кушаю, сюди ходив курити. Так, я викликав мене, як ви там саме їде на мукаєдні. І я ще повняк дивився, то мені рубрика нагадалася Артура, це коли... Голосу чисто, коли Тарас іграв, ти говорив чисто українською. Ну, ти з вами українською? Так, я тоді з братом сідав у не без сложного, бо ж там... Ну, там весело було сюди. Я типу зараз часто теж граю, але я зараз не граю, може, в кінішку летів. А ти граєш? Час? Я взагалі нічого не граю, ні на телефоні, ні на... Чим ти займаєшся взагалі? Я... Двіжука побавлю. Я гуляю. Потом гурнолик, потом гурнолик, потом ключайок. Грай в бильярд, то карманы, то не карманы. Ну я понял, ничем не занимаешься, да? Ну за кем-то я так понимаю. А тут есть чем заниматься? Да, я же занимался. Чем? Чем-нибудь полезным. Секс-выгром? Не, ну это само собой. Взрослее? А вот это Йосиф проснеться. Хочу показати його. Васильівна? Yeah. Васильівна не вийде до вечора. Інга! Wake up! Не похуй, я виб'ю двері зараз. Я тебе виб'ю, тут я вже типу вибивала. Яке снімав? Що? На другому етажі спить. Так, да, вона в тебе в кімнаті спить.
Подожди, а де це я маю спати, якщо вона тут спить? Я не хочу. А де я маю спати? З мамою буде спати? Не буде я нею спати. Тоді на вулиці. Я піду до Віки. Діддом. Піду до Віки. А де кофе, ма? Зараз роблю. І що ти тут? Ти знаєш, хто я взагалі? Ти знаєш, хто я? Ліза! Лізавета! Ця! Як була Екатерина цариця, у нас є Лізавета вторая, да? Ліза! А квартирантка є? Ліза. Нема душ карантин. Блядь. Не дистанцій. Кіт, ти тата мав? Ой, як можна. Да, одну палку можна. Ну, ты посмотри, что. Вишни кидаю. Слушайте. Ноль кидаю чай. Побегаешь? Уйду. Побег у меня файна футболка. Замеркайся. И язык в тебе классный тоже. Ну, все срака просто. Я же не могу. Хочу гулять. Сара, пойдешь? В чем проблема? Лей. Вы можете сообщать поставить на секунду? У меня просто телефон лагает. Я кидаю лед? Да. Опять же. У меня телефон лагает, типа. Это не шутка. О, какие у тебя коптеры красивые. Это мне подарили на днюху. И бомбер твой такой тебе там ты бачила. У меня телефон лагает ужасно. Блин, ты не дай, ну треба було таких хаток наших 20 продати. Коли тобі на імені? Угу. А, я бачив тоже. У нас дуже шикарний котик є, Томі. Де він? Ой, забіжав, він вже так подрос. На секундочку. Томі Кілфілгер. Давай, мітнись по кайфу. Томіка зараз принесе. А ти чим тут займаєшся, ма? Та, блядь, що це? Кухня! Що ти вам єбучим, я щас його сломаю, блядь! Базар, вокзал, кухня, все таке, що таке? Уборка. Як в папи. Ні, ще таке мене зайка, поблутайка така. О, дивися, як. О. І нього галстук, бачиш. Ти до фотосесії. Вікно через це. Ти ковзаєшся? Арту. Як Каріна була, казала, ату, ату. Це що таке? Монстр. Монстр у нас такой. Це Томі Хілфігер. А ну, становись. Солдат Швейк. Hello, boy, hello, my darling, hello. Ну, бабуся. Кіта знає, куди подітися. Томі, Томі. А він каже, мау. Він каже, мау. Коли в хаті нікого нема. А ну, посмотри. А ну, делай, як я, посмотри. Томіка, Томічка. Томі. Там нема м'яса. Дай йому м'ясо. Тільки би кушав, тільки би кушав. І все, і все. А це так підріс, чи що? Да, дві які кабанюра. Ух. Хороший. Іди. Дай йому шнурка. Наліз. Папа навчив. Опа. Папа оце взяв. От так з ним іграв, іграв. О, Ліза буде, диви, Ліза взяла. Ой, не лотай. Капець, він кайфує. Це як тоді, це історія Сингапура, як Новий год, тоді кота, коти боролись. Помниш тоді показати? Угу, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Диви, вона його любить, а це не її син. О, як це мило. Папа навчив його гратися шнурочком, а він боявся, боявся, а потім перестав боятися. Іди на капці. Ти бачив, як у мене? Голландія? Де це ти взяла? Ага, міста треба знати. У мене все Голландія. Там і там такі... Ти носки йому дав? Я тобі купила носки красиві. Покажи. О, бачиш, як на імені. Кіфані, Діор. І Кензо там ще є. Так. Да. Діор? Так. Да. Який Діор, мама? І Кензо. Кінзо? Диві, такі, такі. Такі, такі, такі п'яті штани, що він там приїжджав. Ага. Це хороші турецькі ці. А Діор де? Діор в мене. А покажи. Ай, Бог ти. Оригінал Крін? Що? Носки. Ті
оригінал, як в мене, він до штани. Як штани до 40 гривень. Угу. Ти ось смотри, як вона його лежить. Дві на свої штани тепер. Блядські коти! А я хочу тобі подарити такі от труси. Піздачі труси. Це Філа? Піздачі труси. Согласен, мам, з такими можливостями в тебе всі би купили їх, я думаю. Диви, якби було красиво. Під чорне щось. Вони на тебе були. На мене, ще я таким діну. О, подиви, посмотри. Дай мені якісь носки. Фанта, кола, пепсі. Бабусь. Де ти все не брала, мам? А, я така розумна, що зерна. Що там ще купила? Диви, які красиві носочки на Новий год. Это кому, мені? Это мені. А, это тебе. Тебе новий, тебе дитяток? Ні. А що у мене ще є тут? А такі, як є новогодні. А де ти їх береш? Магазин. Заказуй. Ти десь точку знаєш, так? Да? А ще точка назвається. Інгі подарила. Ні, у мене много точок. А де Інга? Буде її. А от Діор, який красивий. Діор, посмотри. Чо? У мене будуть кока-кола. Сколько вони стоять? Неважно. Сколько, мам? Я скажу, кстати. Недорого. А вот такие на Новый год. 40 гривен? Что ты меньше? Смотри, какие хорошие на Новый год. Я могу тебе подарить. У меня новые носки, кока-кола, все. А вот эти из Англии. Прямо с Англии? Да. Санта с Англии, смотри, какие. Бабусь, я тебе взял носки, кока-кола. Вот так вот. Вот так вот, все. А это у меня тоже всякие красивые. Вот такие с марихуаной. Ой, осуждаю. Осуждаю. Я не знаю, я так себе сказала. Я не понимаю, какая марихуана, я ее не видела. Осуждаю. Вот так вот. Смотри, какой. Какая любовь. Не торопись, давай. Я пью кофе, Петима. Одну партию, я тебе скину штуку. Какую партию? Во что играете? А папе я накупляла носки. Блядь, Артур, це Артур. А ти мені зі 20 рублів. За що тобі дати 20 рублів? Я піду до Діма, що я приїжджу. Я папі накупляла на Новий год світер шикарний турецький, я його на Карпати збираю. Ми поїдемо в Карпати. І смотри, які носки. Папа буде оденет і говорить, зараз спою. Показуй. А потім, заходи, коли що. Это твок, он там нажрется і вот так будет. Що, опять? Що, опять? Жрать? Давай. Вот так я... Ну вставай, надо хоть щось... Сутка була, не надо. Хоч щось зробити ради денег надо. Хоч підняти жопу з дивана, блядь. Давай, давай. Бери. Даже не може взяти. Давай. Встати надо, как минимум, блядь. Папа вділа на Карпати. І на гору заліз, і батя теж? Світер шикарний купила йому один. І другий самий такий модний. А, мій син красивий, де? Такий блогер з блогершою. Кофточка яка в мене. На букву П. Ой, я осуждаю. Що на букву П? Ні, мама, нічого не говорю. Я ж не говорю, а я що сказала слово? Мама, не надо, не пацани, надо. Пацани, ви мене любите, а я вас ще більше. Потому що ви повинні любити моєго сина. Потому що мій син і злой, і крутой, і круче всіх. І всі йому завідують, тим молча. Удалі занос. Я собі не говорила, Мішо. Понятно, чат. Вот так мене мама любить. Пойдем пить кофе. І пиздеть. Пойдем пить кофе. Ту-ту-ту-ту-ту. Давай холодно. Ай, холодно! Это ж було жарко. Чого він з собою нічого не взяв покурити, блядь? Хто він? Я. Нічого не взяв, ні свої ці маленькі. Я тобі дав, в мене є з капсули. Що з капсули? Сигарети? Одна. Сигарети? Да. Ні, сигарети я не курю, мав. Я не курю сигарети і не буду курити взагалі. Просто... Все. Супер. Ну, ти сидиш так, просто да, п'єш кофе. Да, посижу просто з тіпами. І просто роби ці движення. Ротові? Випустіть я на саву, у мене лагало. У мене лагало просто. Привет. Привет. Какая пусси. Какая я пусси, парижурина. Ку-ку-ку. Как вам поточек
Ну, типа, я думаю, еще, блядь, ну, поспать, что ли, мне? Доехал, да, без меня девочки. Кстати, я вам подготовил такой контент ёбнутый. Ну, я приеду, выходные пройдут. Я кое-кому. Я, может, поеду еще в Харьков на выходных. Я еще думаю над этим. И в понедельник, вторник меня пригласили на стрип-пластику. Что, алоха? Что, алоха? Алоха, это типа привет? Привет. 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 Эй, привет. Алоха в Харькове, я знаю. Не, не к алохе, к Алине с булкой, скорее всего. Я знаю алоху. К Алине с булкой, скорее всего, поеду. Потом приеду и пойду на стрип-пластику. Не буду ничего говорить больше, чтобы ничего не понимали. Бля, я просто в чате там не всех вижу. Я знаю, что Алина с Алохой и Булка вчера тусили вместе. И что? И что? Деловое преображение создания игры. Давай потом. Завтра разберемся. Показать маме... Бля, может маме всех своих девчонок показать, которые ну, у меня есть. Типа там... Ну, типа... Типа там, ну типа, ну типа, ну типа, фоловьтесь, блядь, 400 фолловеров за стрим, вы чё, блядь, вы чё, блядь, вы чё, блядь. Hello, do you speak English? Yes, man, of course, I speak English every night, every day. Welcome to the master. Ух, нихуя там резюка. Ты как сказал подруг, которые френдзонят? Да, да, да. Диана, она не приехала. Надо было ее взять, наверное. Бля, мне нравится, когда типы из чата начинают спорить. Так, зачем тебе Алина, есть рис? И наоборот, зачем тебе рис, если есть Алина? И, кстати, я пойду еще гулять. Ладно, нихуя не буду говорить, потому что я напизжу сейчас и никуда не поеду, блядь. Покажи маме девушек с Твича. Ну, типа, это надо позже чуть. Злой, почему? Почту когда сделаешь? Не скоро. Как видишь, блядь, мне сейчас не до почты. Я, блядь, сижу дома, чилю. Блядь, вот... А, Бодя позвонить, блядь, подарок! Подожди, какой Бодя выиграл, блядь? Какой Бодя выиграл? Вадю в деревню? Да ему нехуй тут делать. Да нет, не, какая деревня? Тогда мы хотя бы наушники какие-то дадим ему, да? Ну, давайте. Худому Клаву, у него как раз пальцев нет. А, плотненькому наушники. Алло. Привет, Бой, как дела? Здорово, нормально. Что робишь? Дома сейчас. А что робишь? Ничего. А что ты на работе? Скоро собираюсь. А, я тут думал... Что тебе подарить? Або клаву, або наушники, типа? Так я не подарю клаву. А, тебе есть клава, да? Наушники нема. А, я вот думаю, наушники подарить тебе, наверное. А у меня микрофон вообще нет? Нет, блядь, мне без провода даже, прикинь. В смысле без провода? Прикинь, есть такие наушники беспроводные, Bluetooth называются. До ноута? Да, брат, до ноута. Так вот думаю. Да, подождать Бодю, пока он сейчас придет, заберет их. Или ты, кто быстрее из вас придет, заберет наушники? А ты дома сейчас? Да, я дома. Охуеть, да я сейчас приду, зайду. Что еще раз? Сказал, то я сейчас приду. Заберешь их? Ну да. Ну давай, потому что Бодя уже идет. Конечно. Давай быстрее. Я думаю, ты успеешь быстрее его. Ты же знаешь, как он ходит. Да, я все буду дома на веранде, брат. А, давай, я сейчас буду. Давай, брат, жду. Сюда.
Сюда, блядь, сюда, блядь. Где моя 1000 сабок? Где моя 1000 сабок? 5 минут искать, он сейчас будет. Окей, что мне сегодня делать? Ну, завтра, не знаю, оставаться на завтра или нет. Что мне сегодня делать? Мне надо подумать, что мне сегодня делать. Я сегодня еще увижусь с друзьями обязательно вечером. Посидим, попиздим с ним. Вряд ли я к Вадиму пойду на стрим, потому что я хочу увидеться с друзьями. На стриме у него каждый день, а с друзьями я вижусь очень редко. Надо сделать паспорт этот. Бля, если я с ним сейчас поговорю, может, он перенесет на next day просто. Просто я, возможно, завтра уже приеду в Киев, и мы смогу побывать на стриме нормально, качественно. Просто я хочу собраться с друзьями сегодня. Ну, блядь, я приехал... Я вообще-то приехал отдыхать, наоборот, не стримить. И, типа, и этот стрим был тоже такой, типа, и реал... Ну, мне не так сложно, потому что все равно иду. Иду просто. И все. Так что, не знаю. На оценку клипов... Ну, попрошу, может, на завтра пускай перенесет. Просто я хочу пообщаться с друзьями. Тебя их не вижу, блядь, месяцами, типа. И я не хочу сидеть на стриме в это время, когда я мог бы сидеть с ними. Потому что, как минимум, они... Ну, не обидятся, но это некрасиво будет. Ну, будет некрасиво. Запрещенных селенини еще не видели? Нет. Так вот, и... Бля, ну мне по факту делать нехуй в деревне сегодня вообще. Если я сейчас пойду паспорт сделаю, закончу с паспортом, пойду увижусь со всеми, и типа все, и завтра уезжаю, типа мне делать здесь нечего. Я просто... Ладно, не буду ничего говорить. Кто Инга? Это моя сестра. Я просто думал кое-что, но потом подумал еще раз и понял, что... Нахуй это. Нахуй. Ну, типа. Короче, не хочу об этом говорить, потому что не хочу. Я кое-что думал, но потом передумал, и я уезжаю завтра, скорее всего. Батя на рыбалке. О, Инна встала. Пойдем познакомимся. Сеструха встала. Привет, кочеришка. Hello! Hello! Что, как дела, сеструха? Артур, не снимай, потом. Что не снимай? А что такое? А что такое? Это самая модная прическа. Классный клубок в тебе на голове, чуешь? Клубок. Ще таку шпильку. Я не хочу. А что не хочу? А что не хочу? А что такое? А что ты хочешь? Раком, может быть? Или 50 грамм? 50 грамм хочешь? А що ти ніколи не привезеш, даже якусь конячку крутого? Їй, нам все? Папа приїде з рибалки, зараз замерзнет, там уже замерз. Яйця отваливаются. А що таке? Куди теряємося? Куди теряємося? То ж ти нормально, що ти куди теряємося? Куди теряємося, женщина? Ти така стеснительна. А куди ти теряєшся? А як, а якщо 50, як говорить, то що, куди ми йдемо? Інга. Як 50-50, ввечері буде. Інга, куди ми йдемо, Інга? Артур, потом, давай потом. Потом это когда? Завтра? Чуть попозже. Попозже? Так, куда знаешь найти цього Таньку, що паспорт? Нам треба срочно паспорт. Мені треба паспорт робити, нарішай подругу. Яку Таньку? З паспортом. Вірочку, Вірочку. Да. Хорошо, добре, то я зараз їй можу позвонити. То позвони, давай, скажи. Давай, звони, питай, коли опа, можна. Опа, привіт. Артур, блядь, давай попозже. Які рісниці, їбанутись. Красавця, веєр просто. Красавця. А що за веєр на глазах, скажи мені? А ты когда вот так машешь, машины не разъезжаются от воздуха чисто? Разъезжаются. Я хуею всех ресниц, ты подивись, блядь, эти піддувала, я хуею. Красавица наша, подиви, такая как мир. А сколько там пар? 8 на них, наверное, на голову? Ты бачишь что-то кроме них? Ты даже не знаешь, как она называется. Голливуд. Голливуд. Голливуд? Мне кажется, что ты когда, Инна, ты когда смотришь, ты просто как гра ты видишь, бачишь, да, типа? Тюремные? Да. Осуждаю. Артур, давай чуть-чуть попозже, я тебе сделаю такой ролик, что это пиздец. Что ты сделаешь? Не, а ты не сделаешь, я буду. Ты будешь?
Ну хорошо, добре, вместе. Ми будемо вместе. Ну давай тогда решайся ти подругою. Давай я цю Таню наберу. Набирай цю Таню і скажи, що я до неї залечу зараз. Вона в шокі буде, і буде довольна, бо ж син сидить на Артурі теж. Да, класно, на мені хтось сидить ще, вау. Та виходь, іди сюди. Іди сюди і покуриш. Якщо в неї є номер, то хай позвонить до неї, бо ж вона мені все рішала, ця пані. Ти на диван сідаєш? Ні, я маю на тебе смотреть, бо я б давно бачила. Сідай на диван, я тобі буду показувати дівчат своїх. Мені всі нравляться дівчата, якась ця новенька. Яка? Така інтересненька, вона сідай. Похожа на цю Райс. Що то за новенька? Якась чорні коси длинні. Чорні длинні коси, це яка? Ну то ж у вас там три. Діана сидить, розова, і ця нова з такими репками. Які тоже на глазах такі стрілки. Дивись, от тут є. Я тобі буду показувати, що тобі насипати. Так, Аліна, от є. Симпатія, сестра одного, вона балерина. От дивись, от так вона. Як може. Волочкова? Да, це, вона ж для мотошення значить хороша. От вона. От вона така. То ти маєш бути балерон? Ну, якщо вона балерина. Вона собі в своїй середі. Ти маєш ходити на оперу, значить, музику таку оперну слухати, бо вона раз в класіки. Так, що в мене ще є? До мене небагато, типа, от одна ще теж балеріна є. Як ній... Що це ти прийшла до тих балерін? Я к ній пойду на заняття. Я не говорив. Вона училка? Училка, так. Да. Ну, вона така, смотри, оп, 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 оп. Класно. Тебе капець. Так, а вон? Шейка. Боже, я не знаю, тут, ну, типа... Новий? Вот. Ні, я просто тебе там вдома бачила, оці дівчатки такі. Ну, ту знаю, якась новенька там. У вас чорненька. Новенька і чорненька? Булочка, що ли? Ну, такі губки в неї, такі... Вот это? Наверное. Вот она, вот это Алина, это ее сестра. Не Діана сама ганіша. А, я знаю, Наташа, мабуть. Ну, щось я вроді чула, що Артур, Наташа. А що ти хочеш, який, щоб я спитала в Тані, що... що... Паспортом 25 років мені. Йому 25. Поміняти просто. Да, вона знає. 25 років, да. А що вас так насипало сюди? Давайте... Ніхто не міняє фотографії. Скажи, Таня, братові 25 років, що робити? Совєтський паспорт ще. Ти що, не викупаєш чи що? Чи тобі цей клубок на голові всі мозги розтягнув? Замотав у мозги? Я не розумію. Чого, бля, в тебе такі сині коси? Ти що, синяк чи що, бля? А ти це, вивчила пару шуток. А, я вивчила. Зараз цей паспорт забирається, робиться ID. Ну йому треба, щоб вона записала дані, сфотографірувала його, який він зараз. Зараз видається ID. Скажи, що я прийду, мені 25 років, у мене є два паспорта і, типу, терепери. Заграничний є і такий. Українська. Наташа, вот эта гінсуха, смотри. Она? Не така, якась така губка в неї була така. Яка губка? Кого я приводив? Боже, про чого це йде мова? Якась була там. Де вона була? Чи це вона може просто ти якесь відео? Де вона була? Ну, в інстаграмі я ж на тебе дивлюсь, що ти там. У мене десь історія. Ось вона, да. Фруктоска Оля. Оця. Ну, це моя бывшая. Ну, а що, посмотри, на какая. Бо, яка. Ну, вона зараз на другому тип пісить. Ага, на другому крутиться. Ну, я можу, може, тебе вернути. Ну, ти подумай. А тобі подобається привезти її? Що? Привезти її, що, десь прив'язати її? А, красиво. Да. Ну, в тебе там всі, які там возле тебе крутяться, всі красиві. Ну, да, я же тот ще, мат-трахер. Я не, навіть не сумніваюся. І що? Позвонила? Ні, не позвонила ще. Тоді потім. А що ти чекаєш? А чого? Пані головата. А що ти ждеш, Йосип? Йосипка. Та я теж хочу трохи. А що ти ждеш? Присаджуйся. Ти не куриш? Ні. То ж ти не курила. Я не курю, я тільки куці пускаю дим. Сідай. Щоб не забула. Ти хочеш, щоб я цього... Ні, я не буду. Сідай, поки прибавлю. Я поки не готова, блядь. До чого ти не готова? Що ти хочеш? А я готова, ти сідай, поки, блядь, під сроку не дали. Ти пізні, блядь. Давай. Сідай, тільки не засвіти якусь дірку там. Це моя сестра Інга.
Два тобі, сідай два. Придеш завтра з мамою. Не начекатись, зміж говорити без мата. Що ти там в Києві насипаєш, розказуй. Що ти вчора бухала, да? Ну побухали, ну а що, іменини були. В кафе. Іменини були, в кафе побухали. Поїли супчика. Андрій, не пишуть, уф, секс. А вот та. Не, мам, не надо, мам. Нельзя такое, мам. Декольте. Добре, що Михаліна красива. Да, Михаліна без кінця цього викладає. Вона красавиця. Вона красавиця, а мені це дуже... Тебе і мені далеко. А мені це нравиться цього... Діана, тихо, не надо так говорити. Не надо. Красива вона. Не надо. Та теж дуже дохує пристит. Бо вона така інтересна, да, харизматичська. А я думала, що вони будуть, ну, ніби, щоб типу, прямий ефір був, ні? Так це ж і є прямий ефір. Що вже допишуть пікселі, видиш? Тобі пишуть. Фіксель. Ха-ха-ха, ха-ха, харизматично. Харизматично. Ти харизматично мала. Може, на стрім до мене зробитись? Не худіли! Надо договоритися, я тобі такий там стрім можу зробити, що не худіли. Такий останній, наверное. Твіч. Твіч. Я там заквікаю. Да. І заквікають. Я тобі гроші заплачу, хочеш? Вона і без... Я тобі... І потім її тихонько в конверті даш. Давай потім про це поговоримо. А ти ще з носом, да, де монети сипаться, да? А две киновки забила похоже. Ты посмотри на эти иклы, ты шо, вампир? Ну, знаешь шо? Шо? Мне треба шапку новую. Шапку новую? Да. Только лёг на голову один. Бахилу, блин, бахилу! Б.У. бахилу! Три бахилы на деньги. Одну мамі! Доня! Ти хоч буде винуся родина! Шабо при телефоні, подожди. Слишком важно. Дурака, наверное, нормально. Грає в дурака, да. Я вчора виграла 10 тисяч. То що вони там говорять? Що вони говорять? Кажуть, що ахаха, вони сміють, порвало. Тоже их рве, да? Да, везде рве. Ну и все, и так насыпают по кайфу пацанам. Смеются. Кайфуют пацаны. Да, они только смеются, все, чел, видишь. Все, вот мы темы важнее обсуждаем. А похожи? Нихуя не похожи. Мы не похожи. А они что пишут? Носы у вас похожи, потому что мои носы. Да, похожи носы. Ты как дельфин смеешься, я тебе говорю. Круто! Надя сюди! Ща, я тебе сказала сразу! Популярность гимует, видишь, все? Отбили популярность, все? Мама популярность стала. А племянница уже? Все, на второй план. Кого ты там видишь, так присматриваешься? Ну это ты, это я, кстати. Не, я хочу, чтобы кто-то что написал. Ну что они смеются, и они не могут, блядь, они их вот так трусят от смеха. Кондратий? Господи боже. Ну пускай потрясет! Подивились на цю дочку, то й вже всіх трусили. Аби цього не трусили, а так далі да, там труси. А може й з другої не трусили? Може там і трусять з чим-то? Білярд іграть в кармани. О, мамка наша. В дві руки. Ну, і що, і що? На цю дельфінку. На цю дельфінку, русалку. Орловський парад. Это конкретная дельфинка здесь сидит. Ну, я сейчас ровно. Не знать, какой там дельфинчик это написал. Вот именно. С маленьким пенисом. Да, детским. Так и да. Мой Артур родился с таким, как он сейчас ходит. Это что получается? Он маленький, что ли? Литл. Ну, они смеются. Потому что был гей. Да пускай не поржут, боже мой. А чего ты ждешь? Как лошади. Рощи не кидают. Я хотела посмотреть, чтобы кто-то так вот просто себе отвечал. Вот на так. Что отвечать? Так как ты смеешься? Я хотела прямой эфир. Да, типа... Так это не прямой эфир. Чтобы люди видели это все. Так это же люди и видят. Это 6 тысяч. Она думала людей посмотреть. Ты хочешь на людей посмотреть? Да, так это видеочате надо. Ну там дрочуны много, дрочат. Господи. Я себе дрочат на экран.
Нет, мы же не можем смотреть их лица, мы только чат видим, а ты хотела пообщаться. Я хотела типа с тобой... Она присматривается, да, присматривается, да. Кого-то там увидеть, присматривается, да, где-то... Да, там... да. Так вот же хенты сидят, может, очки купить? Две такие лупы, за лупы. Мама даст очки, не переживай. Она присматривается и присматривается, на кого-то там на себя присматривается. Посмотри, смотри, как что тебя с природой сделала. Это ты, это ты. Вот это типы и все. А что там пишут? Асу там, допустим. Ты Алсу. Ахаха. Алсу? Да. Ахаха. Боже мой. Ахаха, ахаха. Пацаны, ахаха. Чем я девочка плоха? Блядь. Ахаха. Тебе рогатку не засветить, там сиську, уже мне пиздец. Ну, забанят меня нахуй. Ну, просто. Красиво говорим, все. Брови чернобровые, с бровами красиво, как ты говорил. Смотрит, сколько типов смотрит, знаешь? Губами червена, бровами черна. Сколько типов смотрит, ты знаешь сколько? Миллионы смотрим, рада идут. Видишь? Смотри, 6 тысяч человек смотрит. Да блин, полбара смотрит тебе сейчас. Полбара. Да мне вообще-то похуй. Только твой Артемон не смотрит. Этот дебил только не смотрит, блядь. Потому что у него нет этого, он еще не дорос. Он в прыжке 1.50 м. Какой же я без прически, блядь? А что было бы? Ну сделай прическу сейчас, сделай ветер. Сняла вот так. А! Все? А ну-ка, а ну-ка. А ну-ка, давай-ка плясать, выходи. Ты же смотри про прически, а я нет. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз. Как мы здесь зажигали. С твоим папой, с Инной и с Кариной повключали музыку всякую крутую, современную. Мы такое делали, и лезгинку, и не лезгинку. И, даже и, мала танцевала. Иерусалиму танцевали, Иерусалиму всякую сейчас модно. Шомель, а папа твой вообще, я его постригла на лысо. Oh, он shit. Такой лысый череп, бог хоть яйцами бей об него. Смотри. Какая красотка из того фильма с Ричардом Гир. Красотка. Все, не узнали? Все, опоздали. Там волосы только чего стоят. Сейчас будут все спрашивать, это парик? Что там пишут? Уф, все, кончай. Типа ты грязюка. Это как крутая! Ты как классная, amazing. Да, насыпаешь, типа. Amazing. Ну, типа красиво, секс. А сейчас слово. Кончил. Iron Maiden. Кончает же, да? Да, кончил написал. Господи боже. И так пару раз. Да, и все. Парарурам. Парарурим. Amazing. Ахаха, кончил, кончил. Матер Боже, шоп, ты подивишь, и больше ты никогда не кончишь, потому что ты ее не увидишь. Только в грязюке можешь увидеть. Кончить в грязюке в колобане. Мы такое... Колюже, они не знают колобане. Я бы, ну, специально бы, щось бы для цієї съемки... Суфлера бы взяла. Я бы специально... А не там вот так вот просто. Не, не, чтоб не вот так вот просто, типа. А это самое крутое. Просто. Это называется как. Да я тебе еще такие суфлеры найду, что елки-палки. Боже, не варюй, мама. Вау-вау-вау, как это тебе? Вау-вау-вау, полегче. Какая-то песня такая сейчас. Вау-вау-вау. А это что за песня? Ты не чул, что за всякие... Малой надо спытать. Си, зараз его... У меня есть, я сейчас тебе включу. Полегче. Мне вчера так... Я тут... Не вчера, а позавчера. Давай, вчера давай. Мы красиво забавляли. Он мне ходил и говорит, а позавчера... Тут папа зажигал! Я думала, папа зажигал так, что это просто! Знаешь, там покури себе, сижу тихонько. Залетают! Он и она! Он в красной футболке, и она в красной футболке! И давай здесь танцевать! Диаметр на два! Папа сошел с ума, так танцевал, и лезгинку, и не лезгинку, и всякие клубочки мотал. Боже, что она теряла. Что-то с чем-то. Боже, как это ты телефон пытаешься разобраться, что это такое, да? Что это за такое чудо? Этот телефончик. Воу-воу, полегче, да? Вот это? Ты так маешь, что говорит, что так модно. Сейчас будем а делать. Кто это исполняет? Никто.
Никто? Карина! Боже, Артур, це то ти гониш. О, привіт! Брат! Ми тут знімаємо вже. Ми стрімаємо. Карінко! Тільки не матюкайся, хорошо, брат? Краса! Не матюкайся. Без мату, без мату. А, я понял, не взяла. Ну да. Тільки ну, тіпа, мати, що в тренажерному залі, щоб на них подати. Привіт, брат, а ти зачем? Я гость. Присаживайся. Садись. Давай я включаю цю пісню. Только ненадолго, потому что меня забанят. Ну, просто. Какой-то, не будем говорить, кто поет. Можно я песню пить. Ты в курсе, Богдан, этих песен? Давай припев. Ну, припев, да як я могу так его весь трогать? Нажала, пересунула, ты песня. Ёк сюдей, блин. Мать, билася, блядь, крута, понятно. Все, взяла, понял, выключай. Выключай. Где, Ваня? А вы на нее включаете. Полегче. Полегче. Выключай. Сейчас, брат. Сейчас расскажу. Как дела будет? Нормально. Что нового у тебя? По плану. Все по плану? Что цікаво? Стримишь? Да. Як Чернівці? Система, бля. Як Чернівці, брат? Нормуль. По-тихому. А ты что, до сих пор працюешь там? Де? В Чернівцях? Мам, иди сюда. Мам. Выключайся! Ну, не выключайся, Паш! Пизда! Зайди на письки, спилей! На письку, понимаешь, что? Это что-то интересное. О. Ну, с музыкой не сыпьте что-то там. Кто-то мне звонит. Что с телефоном? Я его разбил. Стрим? Держи. Стрим? О, подгончик? Я еще думаю. Давай, давай, не думай. Наушники, будешь теперь нормально пиздеть. По-людски, да? То Бодя проебал момент. Охуеть, блядь. И зарядку? А что, батя приехал? Нет. А кто? Подгончик. Соседи. Соседи? Соседи. Чувак, спасибо. А что, мы сегодня что-то будем насыпать? Не знаю, как скажешь. Можно и насыпать. А что е? А Грисюка не маешь? Я е. Ой, блядь! И Юрца не маешь? Не. Я думал, кстати, Юрсу надо Клава. Да? Да не казал, что против простыкался. Надо ему привезти Клаву, да? Надо ему привезти что-то. А, у меня же есть Клава, вот. Не казал, что у него там какая-то побита. А когда он приедет? В конце месяца. В конце месяца? Это же уже конец ноября или декабря? А, блядь, чекай, уже конец, ёпта. Короче, кто-то там казал в 5-го или 4-го числа. А, ну тоді... Тоді я знаю, куди я ту клаву я использую. Я там дюхаю. Що? Дюхаю. Я сняв хату огромну. Я бачу. Ми потусили, я уїхав. Все. Сука, обідно, що басейн. Да я там... Блядь, я забув, що я сняв. Я там грязюки взяв немножко. Я 4 часа, типа, умирал, ходив. Я потом только розтикався, типа. І... Типа, потом начал пить немного. Ну такое, типа, понимаешь, очень сложно, потому что 20 с хуем тел, 30 тел. И каждый чем-то занимается своим. Кому-то это комфортно, кому-то нет, мне похуй вообще. Я хотел так, чтобы все занимались каждым, чем хотел, понял? Что, нормально было там в том доме, просто дом? Да нихуя там не было, это просто дом огромный, типа. Просто огромный дом с телевизором, бассейном, который нормально. Холодный, сауна, и все. Вот, блядь, вот этот дом... Я, нет, ты что, в Чернівцях это разъем. Да там сауна и бассейн, там сразу бассейн с подогревом был, да? Да. Там вообще охуенно было, да. Там было охуенно в том плане, что там вообще очень круто, блядь. Ну, я туда бы только приехал ради того дома, еще раз. Там очень пиздато было в Чернівцях. Да. Комфортно, пиздато, дом, дерево, блядь. И он стоил, сука, 6 тысяч я отдал за 4 дня или за 3. А вот ту хуйню я отдал 1500 за сутки я отдал. Бакс. За сутки? Да.
нормально. Ну, ехать туда еще целый час. Типа, это полный пиздец. Ну, блядь, ну что, в Чернивцы всех повезло, нахуй, что ли, тут дом? Два этажа. А ты что в Чернивцах как чилил? Нормально, хату тоже сняла хорошую. Квартиру, правда. Но нормально. Я в ремонт, там все дела, подарил полов везде. Полов? Полов. Там батарея не будет, чисто полов подарил. А что вы там, по обмену типа ездили работать? Кровавый магазин. А, это типа опытных типов, да? Да, да, набрала типа новых, типа ищали их. А что, какие-то повышения было какие-то? Так, кстати, посчитай с повышением, что команду записывают все открыть. Это будет дальше ездить. А, по разным городам чисто? О, нихуя себе. А Настя что там? На работе. Вы так и работаете, да, вместе? Ну да, конечно. Нормально. Все нормально, все? Когда свадьба? Что я с вами... Фу, блин. Короче, время... Ты что переживаешь так, блядь, ебать? Скоро. Ну, не скоро. Так, посмотрел на 2 часа. Ну, скоро. Ну, типа, ты типа как через час, там, через полтора. Всему свое время, вот, блядь, вспомнил. Тупо сбавить. Так кто уборол? Вуйко, Димон. Они-то есть. Тараську ты не звонил? Да не, я только приехал в 6. Я в 6 утра выезжал. В 5 утра я выезжал. Сколько приехал? 10? Час назад. А, 11, а ну даже плюс бар час. Час назад буквально, просто. Ну тогда мы будем собираться. Что-то соберем. Если берется, думаю. Я надеюсь. По-любому, ты Димон не звонил никому? Я никому не звоню. Я сейчас, наверное, посплю, а потом. Я же приехал через паспорт поменять. 25 років. Завтра пойдешь сегодня. А ты бесики? 25. А ты как менял? Пішов паспорт, сразу роби фотку. Сразу фотку робиш? Тих 4 фотки, я не помню, скільки там треба. А їх швидко роблять, чи треба договорюватися? Та ні, пішов в цей сразу, де там фотки роблять на проті хнаря. Ага. Зробив там тобі 5 фоток, він зробив. Сразу до неї йдеш фотку, щоб на тебе другий раз не посилав фотографію. Там заходиш в паспорт, не повертаєш направо, там коридорчик длинний. І, коротше, таки прямо впираєшся в двері, чи сліво не сходиш, таки прямо в двері. Ага. І все, кажеш, хочеш поміняти фотку, типу місяця не прийшов, твої днюхи, правильно? Нет, конечно. Вот. Ты подаешь старый паспорт, пишешь заяву, даешь фотографию, через тебя не забираешь все. А я должен лично забрать? Це не знаю. Чи мамка хай забирает? Мамка с паспортом придет. Ну я ебал, да. Ну хорошо тогда. Пользуйся наушниками, брат. Вечером собираемся. А что, все? Зарубайся. Стрим. Дочь. О, Саня. Сейчас не дай. А ты хотел бы стримом поговорить, я прошу? Да. А что, я прошу? Да. Про машину? Да не, какую машину? Машину я купил. Серьезно? Ну да. А где она? В смысле, да? А где машина? Я скажу, вырубай стрим, что ты цей. А что таки? Ничего. Ты можешь микрофон выключить? Да не, я хочу поставить. Все. Тебе не уютно, так, паритет. Не, мне надо так супер говорить. Не за бабки, не за что, так просто, честно. Я понял. Саня, привет. В бар приедешь? Ну, зара приезжаю, уебок. Ну я в 6 утра приїжджав, а що тобі, блядь, час з Вінниці на бар приїхати тяжко, чи що? Просто приїдь. Ми будемо чилити сьогодні вечором, а? Що не знаєш? Ну все тоді, давай уйобіщ. В смісі, як базариш. Що ти, максимум, що ти перекрашся мої 2 яїчка, нахуй, перед Паскою, поняв, блядь? Да, ты, блядь, забыл. А, ты ж, блядь, под каблуком, я забыл, брат. Я ж понял, блядь. Мы сейчас рисиком сидим, а. Ну, я паспорт зроблю, я все, свободный, и все. Что-то там думать, блядь, что-то нарешаем, ты с ДБР перекинем. Что, все, давай. Давай, звать тебя? Привет. Давай, давай. Бля, надо было PS-ку четвертую сюда привезти. Бля, ну ж телек є. А, ти поставил там, да? Да, бля, надо было привезти и себе чилу. Це куда ты стримишь? Инстаграм? Оце? Да. На Твичі. А, то там сидит. Да? А тебе з інсту похуй? Я ж не курю, брат. Карі, дай силу. Дай тобі. 3 неділі, я могу мамки взяти. Ти думал, це Инстаграм? Да. Да тут тебя Твич, ты думаешь, что из баров знает тебя, что? Ну да все нормально, да. Ну вообще забей, там всего лишь, блядь, 100 человек девять. Тихи мать не матюкайся лучше. Ну дай сигарету, ма. Дай, будь ласка, сигарету. Неман. Неман. Дай привет, наушники. Не, дайки. Тоді ми цю клаву, що я привіз Боді, віддамо Юрцу. Тому що Боді комп, я не подарю. Да, це й мала йому підігнала. Да, блядь, 2 компа. Так что... А, ты в этом SSD-ке нема случайно? На ноута?
Блять, мне на халяву это дал. HyperX на халяву дал просто. Просто так. Вот эти наушники, клаву. Просто. Мне было лень их пить. Ну я в сторис зробив, типа. Вони поддерживают блогерів. Спасибо. Прикольно. Мне было лень, типа, свій підключати. Я думаю, привезу пацанам. А? Подгон. Так это не я курю, это он курит, сука, блядь. Еще сейчас заскринят, скажут, что я курю, блядь. Они, мы ж похожи, они думают, понял, блядь. Особенно по прическе, да? Я да. Постригся. Нормально. Блядь, это не я курю, сука. Не матюкайся. Тут главное другие слова не говорить, понял? Я понял. Потому что меня закроют. С этим тычом, блядь. Ты, это не я, да я не курю, ребят. А в чем прикол? Что именно? Стрима. А ты чё? Да, так, ребята, каждый день стримим уже, ребятам, просто, типа, мы общаемся, стримим, да, ну, ребята, смотрим, интересно очень. Как семья, понял? Как ты время проводишь? Да, ну, я день стримлю максимум. Ты приехал в деревню? Так, а им так интересно, ты что, не видел, что исполняла мама? Вы клипы делали, я думаю, там пиздец, да, контента, ёбнешься? Я думаю, там пиздец, блядь, контента, ёбнешься, там всё, это пиздец будет. Солнце светит. Это Боня светит так. Это не солнце, это я. Так вот. Раз. Солнышко, блядь. А сколько ты делал, слышишь? Что? Паспорт часов. Ну, типа, до скольки? Да, там каждый день у них по-разному график, чувак. Я не помню. Хочешь, буду там проходить, я тебе гляну. Сфоткаю ты с кем. Там у них каждый день, там какие-то дни зараз и карантин. Ну, знаю. Если ты будешь сейчас идти туда, то типа, блядь, подивись. Ну, да, ты сейчас на работу. Потому что я, может, посплю часика два. Я встал, я лег в 12, встал в 4, еще и не спал вообще, нахуй, почти. Типа, еле держусь такой. Вы мне взял себе тачку. Какую? Да. За всякие. За грузчи. Ну, да, понятно. Я вам за грузчи расскажу. Так, а что, покатаешь? Ты на тачке? Я ж вообще не всякий, я дав чуваку, я ж мне не зробив, там, поварив. То что? Поварять, им все а забрал. Він його розібрав, нахуй. Не, він все поварив, все зробив, но розбирав я салон, понял? Я сказал, разбирай салон, да дышав, чтобы трохи. Я все разобрал, у меня на гаражище стоит. Я хотел сегодня забрать, поїхати Серега, а він вчора нахерачився, він каже, я сьогодні не можу. Ну, бля, я Витю бачив, кстати, тільки що. Витю? А как? Витю учителя. Учителя? Да, бля, я такой, я говорю, куда йдеш? По горілку. Не пейте, просто купити. Не пейте, просто купити. Він не обижається вже. Ти все віриш? Що він обижається? А, він обижається, да, да. Кажи, ти не обижаєшся за то. Каже, да ні. А чим ти покрасився? Я другий раз показываю. Просто интересно, имидж меняю, типа. А что, не привычно? Ну да. Посветлила волосы, да? Да, но наскоро будут вообще били. Потому что, блядь, ця хуёва краска была, и не такой синий, как в прошлый раз был. Ничего, ща раз покрасить. Ну да. Мне это подстрижаться, как я, и все, проблема решена. Не, я ебал, я раз так подстригся в 9-м классе. Да я тоже стихнул, тоже подстригся. Ничего, подрастай. А Мадебура куда приедет? Не факт, что не приедет. В смысле? Чому ми не хочемо місце потеряти? А він може потеряти місце, да? Там у нього козирне місце. Так він там робить час в день. Там. Час в день? І що, платять що-то? Да, все платять як положено, просто він так. Один день в тиждень попрацювали нормально, роботу підігнали, а потім собі там. Може к нему заганять? Юрій до нього їхав. Так вони віддихали, я бачив, да? Ну Юрій просто 4 сутки стояв на границі, і він просто їхав це місце. Да? Да, Андрюха, я до себе хотів взяти. А сейчас нет? Сейчас він там попав кудись, но не туда. Сєвер звонить. Класний тридентон, брат. Кріда до сих пор слушаєш? Буває. Хотів би познайомитися? З Крідом? Ну да. Я знайомився. Лично чи так? Лично. По вебці. Ну по вебці, да. Ну, блин, чё ты? Виїбнувся. Скруджи так само. Ну, Скруджи, да. Скруджи поздравлял с днюхой. Ты позвонил его на днюху, да? На его телефон? Не, я не брал ни в какую, потому что мне, блядь, прям пиздец звонили, типа. Прям пиздец звонили. Мне все писали, все звонили. Я, типа, не люблю эти поздравления, ебани, блядь. Я и сам не люблю не сильно всех поздравлять. Ну, в принципе, так и, типа, блядь, не люблю, чтобы мне там, типа, звонили и все писали, типа... Лично там познаю, все достаточно. Ты, я думаю, какие-то речь поставили сегодня, типа, с брестским типом. Не, ну это пацаны все равно, что приятно, когда поздравляю.
Не, я бачив всі сообщення, але я не відповідав. Типу, я бачив всі... Та я поняв, що в тебе там мільйон сообщень. Я всі сообщення, всіх бачив сообщення, але я не відповідав. Ну що я буду? Спасибо, 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 спасибо. Я бачив всі сообщення, я не відповідаю, я не люблю відповідати на них. Типа... Так що сьогодні ми, може, кудись підемо, я думаю. Я хочу, можна? Куда-то. Ну, річ треба поставити, Нюха ж була. Куди можна піти взагалі в цьому місті? Де можна оставити якийсь грязюк? Где тут? Я не знаю, BBC есть, есть, да. Штаб, ну штаб не знаю. Там, блядь, штаб. На BBC можно сходить? Штаб можно. Штаб, на Барибон. А вот этот, блядь, как его? Мансарда? Не мансарда. Грант, во. Грант? Можно грант. А там ты штуку не влезешь. Что, это мало будет? Ну да. Я тебе знал, где мы в Киеве сидим. Ты бы охуел. Так що, ну, я понимаю, що я в Києві... Штука гривень, не штука баксів? Ти уточняй. Просто в Києві, ну, коротше, ніхуя вам я не скажу, йти нахуй. Не, ну, ти ж ти розумів, я в Києві в всіх містах був самий дорогий, який є, взагалі. А в деревне, в своем родном городе, в самом дорогом, который есть, не было. А Ганди не был? Да, ни разу. Что, а Ганди дешевше, чем Евро-шанс, чтобы понимал. Тем более. Еврикс это, ну, блин, говно. Сука, мы знаем, мы можем... Короче, есть место в Киеве, Мокко называется. В центре Киева одно. Ну, дороговатое, но оно стоит. Там борщ стоит 200 гривен. Борщ? Там такой борщ, что ебало залетает просто... Ебальник отлетает на секунду. Вот ты ее хаваешь, и ты такой... Все, красава, я съебаешь. И классное, типа, классное раньше место. Ну, типа, прям пиздец. Я думаю, там борщ не 200 гривен стоит. Да там вообще, наверное, нет. Нихуя себе, как это в рестике нету борща? Ты что, если в ресторане нету борща, то никто туда не идет. Я не знаю, чувак, там есть борщ. Но там есть, а там дресс-код, я помню, казалось. Да нет. Сейчас попроще. А когда-то был дресс-код? Хрен его знает, когда там был. Не, ну найдем грант тогда, ни разу не было, надо сходить, хотя бы посмотреть. Можно. Ну там прикольно. Ну да. Возьмем Вуйку. Возьмем всех, кто есть в Бору. Вуйку, а вот уходим. Сходит куда-то. Нормальное место. Посидим, выпьем, попиздим. Кто еще есть? Молодюк есть. Олегу наберу. Молодюку. Куда идешь? Давай идем что-то снимать. А куда ты идешь? По фляжку? Я хочу, чтобы ты что-то снимал. Так я ж снимаю. Вот мы с собой. Шо, чеку? Так вот ты. Какие надо дубляки? Я себе дубленку купила. Посмотрите, какую крутую дубленку купила себе. А ну что они там пишут? Ну, читай. Тут дуже быстро. Ну, надо очки носить. Боже, как быстро пишут. Блядь, пиздец. Что, не в одном глазу уже? Только не бомба, читай вслух. Бомба! Не читай вслух, только они могут запрещенку написать, а ты сейчас прочитаешь, я охуею. Все? Это показ мод, дефиле? Да, да, сейчас будем еще делать дефиле. Ебанёшься с этой сестрой, блядь. Прикольная палка. Угу. Так что соберу всех, кто есть хотя бы. Ты что, нового композита брал еще? Давно, что? А я типа старый видом. Старый такий, я не знаю, що там може бути вже мощніше. Я не знаю, що це Йосипа йому подарили компа на днюху. Я охуєв, коли. Я, блядь, говорю, що на днюху подарили? Та мала компа подарила. Я такой, ти що, їбло, блядь. Пиздец, я так охуєв. А що він делає з компом? Ну що, хочеш продати, наверное? Забереш той комп і подаруєш Юрі Кошману. Бо він рішив його Кошману продати, коли він приїде. Це що за діла, блядь, такі? В смислі? Ти йому подарив? А він тепер його Кошману продасть. Так в чому вопрос? Так хіба так робиться? Хіба так красиво? Подарок, що хоче, хай з ним робить. Мені не можна так робити. Мама. Хай би вже хоч рік пройшов. Що хоче, то і ділає. Про що це ти говориш? Не ваше діло. Не ваше піздаки. Що хоче, то і ділає. Вона вже вділася в шубу, а мені що вдітися? Повербанк дай мені, мат. А де пояс, мама? А, от... І синій провод, в мене телефон сідає. Блядь, пускай делают, что хочешь, продают, а продают, блядь. Я не знаю, что Юрий так пять не ком. Это, в принципе, так нормально. Ну... Танки тянут. А ты мой какой-то стоит? Да. Опа, красиво. Что это за дефиле?
Сара, як взуй свої капці, то все буде пізда. Ми делаем дефіле. Мама, провод синій в кармані должен бути, или в этом. В каком кармані? Это что-то за... Дай сюди, це... Синий провод, посмотри, для телефона. Или жирный провод. У тебя есть жирный провод сюда? Длинный такой, толстый провод зарядки. Что ты кліпаєш на? В мене зовсім другий провод до телефона. Какой? Який тобі надо провод? На камнях у тебя как будто, на педалях телефон заряжается. А де воно має бути? На камнях, дай, дивись. Знаєш, що телефон на камнях, мама? Той телефон, який ти купив, він не тільки на камнях. Сваровський. Смотри, какая клава. Это я Юрцу подарю, Юра приедет. Правильно, правильно. В тому боді, бач, нічого не треба. Це яком? Мам, котрому це боді? Да, механик. Да, но это тоже Hyper X, только получше. Да, это охренено, то, что не принял. У тебя? Которая, да? Ну да. Старая, она охуенная. Типа, что такое, раздеваться будем? Нет. А что? Одеваться. А что такое? Инна. Что они там пишут? Уф. Трахать хочет. О, да. Понятно. А я собралась, в Карпаты. Вот такая у меня курточка, очень шикарная, двухсторонняя. Хотите чебурашку увидеть? Хотите чебурашку? Не ваше дело. Очень у меня такая крутая курточка, розовая, и ботиночки розовые. А у меня какие ботинки? Покажи. Сейчас как увидишь, вообще прозреешь. Все-таки нравится. Блять, провод. Не, пауэрбанк не сивший, у меня провод хуёвый. Ебучий провод! Там есть провод такой? Покажи, что это за телефон, скажи мне. То, что ты купил? Что я тебе купил? Samsung S10 Plus. Ёбнишь, я тебе битки купил, блядь. Ты что, мне не крутый телефон? Провод носи там. То что, який тебе? Плоский надо, чи що? Плоский провод зарядки обычный. У меня плоский. Ну, я ж тобі, я знаю, який тебе там провод. Ты забыл. Артур, готовься снимать, бо тут мать таке одеває, що пиздец. Типа так живем, брат. Ну, пацаны смотрят стримы, им по кайфу. Типа, я завожу контент. Я считаю себя одним из лучших контентоспособных. Что такое? Ух ты шо, я ебу ту люд. Мама, а шо робите? А шо, а педали разноцветные, ма? Это педаль с Голландии, а это... Не скажу откуда. Зато она мне все так, вот так. И у меня еще есть такой шарфик. И я одену очки и буду самая крутая в Карпатах. Вот так. Похлеще этих всяких артистов, какие там приезжают эти такие мажоры. Вот я буду. А снег будет блестеть, я в очках, курточка блестит. Супер. А ты что покажешь? Покажи свой провод. А ты что? Где у тебя провод? А так не повинен быть. Что это? Ну все верно. Это как этот провод называется? Как он называется? Как он называется? Samsung? Йосип, как он называется? Йосип! Как этот провод называется? Samsung? Это зарядка вообще. Как провод называется? Разъем, тип разъема, как? Я не знаю, как он называется. Как? А куда мне это вставить? В пизду. И шо? Все стало ясно, да? Шо ты там шукаешь? Как это делать? Ну, что с телефоном? Ты на новый надо брать, мне лень. Да купай себе новый, я тебе старый изменю. Хочешь его купить? Ну да. Да он уебанский, потому что я его зарядил в 4 утра, и до 9 утра он уже сел. Потому что я целую ночь музыку слушал. А если не слушать? То его хватает на день ровно. Ну все. Хочешь забрать мне айфон этот? Не пойдет. Он побитый. Ничего страшного, он побитый. Экран побитый у него. Что происходит, мама? Ух ты шо, резюка. Пожалуйста. Да ты ж... Пиздатый. Надо просто их очень крупно показать, какая подошва здесь. Видишь? Ой. Натуральный лак. Все. Круче, только вареные яйца ваши. Что кажется? Я тебе говорю, это такой пиздец. Ну, такое... На всей платформе такого я еще не видел нигде, чтобы завозило это грязно. Дай ЧСВ и могу этим гордиться.
Пока змот. Да. Айфон продай ему за 100к. 100к? Да. Рублей? О, меня зарейдили. Спасибо за рейд. Я не вижу, я же на телефоне. Я же не вижу зарейд. Спасибо, кто меня зарейдил. Я не видел, не видел, не видел, не видел. Сори. Не видел. Кто зарейдил? Пчелкин, спасибо, Алексей, спасибо. Спасибо. Вы лучшие, Алексей. Вы лучшие, спасибо. Я просто не вижу, я же на телефоне. Типа, я не могу ничего видеть. У меня нету. Спасибо, Алексей. Тут рейды можно давать. Понял, кто-то стримит, ему 6000 онлайн, а сейчас кому-то хуяк накинуть на канал, и он охуеет. Надо что-то завозить, чтобы, типа, он пацаны насыпал. Насыпал? Да, ох, ебать. А ты такой красивый, Будя. Часто трахаешься? Достаточно. Сколько раз в неделю? Много. Сколько? Ну, больше, чем ты. Больше, чем я? Да. Ебать, ты смущаешь. Так у меня все это под боком, что ты, блядь? Ты так смущаешься? Да я не смущаюсь. Ты как будто на экзамене, знаешь? Где вопросы такие странные. А у тебя наличка есть? А сколько тебе насыпать? На фляжку? 50 гривен дай мне. На что? Я схожу воды куплю. Фляжку? Что? Потому что мне надо с карточки снимать. А, ты умеешь карточку и пользоваться? Алло. Артур. Что? Давай без тех лишних вопросов. Так дай мне точный ответ. Что тебе надо? На тебе гроши, на! На! Ну не надо, но как надо. Не надо, как надо? Не надо, как надо, блядь. Может, Саня? Даешь? А наши гроши? На техоперацию. Что? В кооперацию идти. А что там? Делать операцию и. Фляжку ей надо, да? Да. Нашу. Просто себе, только сегодня хороший день, ты приехал. Ну, пожалуйста. Ты приехал. На. Разлученица, разлука, дома не кружись. Может, ты чуешь? Да. Может, я зараз приду, ты тебе будешь снимать, что я тебе буду показывать, что я принесла. Ша-ша! Він має сказати осуждаю. Осуждаю. Ти будеш казати, Боже, сестра, яка ти ненормальна! Як ти можеш вести такий образ житті? Осуждаю, блядь. Осуждаю. Не понимаю, да? Хоча самі ж бухаєте, блядь, ще не так. Осуждаю, блядь. У мене діти смотрять по 15, по 10, блядь. Я сильний в групі. А що ти там заглядаєш, а? Дивлюсь. Ж на жопу дивишся, да, сестрі? А? На твою ногу. Угу. Уйобище, холодно ж. Водя, а ну-ка пристань на себе. Пожалуйста. Та куди ти йдеш? Ти в халаті цьому йдеш? Так. Їбанешся. Це ти з цією сумкою. Ти навіть не знаєш, яка бутилка. У нас немає. Бачиш, я навіть не розумію, що треба брати, блядь. А коли батя приїде? Коли ввечері. Ніч темна. А що це вона хоче? А вона хоче вже насипати собі горілки, да? Пити вже хоче, да? Йди вже, іди прийди! Очки вона одягла, очки. Халатик. Єбануся. А норка мене поснімай. Норкова шуба, а він каже халат. Єбануся. Ахуєвший халат, блядь, піздец. Синій кролік норковий. Норковий синій кролік. Ахуєв. Бля, вообще. А які ці чуні-муні, диви, які. А ну, брошку покажи. Вообще-то у мене Баленсіага, между прочим. Да-да. А дубльонка Зара. Зара. Валенсія. Зара тобі буде. Зара. Огонім, да? Огонім. Фіртку, двері хто не закриє, холодно. Стьопа. Стьопа він називається. Стьопа. Там пес, напевно, на неї. Мушу закривати, бо вже повиносить папині зимні бутінки, то літні виносить. Прикинь, собака обув піздить. А розкажи, чуєш? Пацани поприходили до Каріни. А я думаю, поки їх нема, піду, вийду перекуру. Сижу, тут стояли капці такі чорні, сірі і білі. Дивлюсь, білі один. Тут вони виходять, такого пацани нема капці, нема кросовка. Бляха на двір. І жінка йде з собакою. Я кажу, жіночко, ви тут не бачили собаки з кросовком? Дивиться, як поїзд на корову на мене.
Поняла, що тупая, метнулась туди, метнулась туди, нема, метнулась на подвір'я, бо ж папин капець там був в листі. Сука, блядь. А це мене стоїть біле. Один кросовок в зубу і стоїть. Наше ти один зуб, як другого нема. Як тобі вже треба якихось два давати, а ні, то якоїсь картонки вже би причепила скотчем, ти якось не пішов. Як я заходжу і дивлюсь, а він там застряг в проході на вулицю. Кросовок застряг поперек. Ура! А вони ржуть, а він білий, як ці обої. Везуся в той капець, хто? То потім знов. То це що це таке? Папа закрив вже той проход. Він з другого боку заходить. Він просто обувь ворує, да? Мене кожані там, чи які. Він собі взяв, я сьогодні йому дала пакет. Бабушка там пожарила сало, поставалися ті шкварки. Ай, думаю, зачем вони мені? От так дала йому через забор. Он взяв і понес туди себе на територію свою. І там зарой, де папин туфель був. Взяв отак зуб і поніс. Бо подейка, сука, куди вона несе? Ти бач, куди вона несе? Туди до капця. Він там їх, наверное, вже багато наскладав. У сусідок. Прийшов мужик, питається мене, де тут батюшки живуть. Стоїть зо мною, говорить. Я кажу, зараз я позвоню, бо в мене є номер. Дзвоню туди-сюди, а цей мужик, а цей Стьопа бігає. Бля, я дивлюсь, в нього в зубах кожана перчатка. Він в кармани. Бля, як став матюкатися. І за ним, а той ходив. І той його злапав і видив ту перчатку. А якби він заліз між зубом. Я не знаю, хто б це ліз через зуб. А я з нею в тьорлах, бо я тут з нею чуть не билася. А ще, щоб я до неї заліза на подвір'я, чи що ти мені тут шукаєш? Та я тобі не сказала. Бо це цілий концерт з цим Стьопою. Видишь, блядь, собака педали ворует, нахуй, везде. Просто, блядь. Крысу. Тоже имбово, блядь. Да, чувак, жестко, жестко. И вот так, блядь, раз приеду. Весь раз не знаю, а что вы на него думаете, что-то? Да что не. На другой, кажется, не приедет, да? Ну, 50-50. Не, может приедет, я кажется, точно не приедет. Як захоче там зараз цим карантином. Mm-hmm. Я прийняв, що він вийде просто. Бо я вже тут приїду. Я поїду до Києва. Чуть позже, тому що роботи много. Очень. Після Нового года приїжджає. Ну, після Нового года, да. Вовка є злой, да. Okay. После Нового года, да, я думаю, приеду. Не, я на Новый... Я приеду, когда будет снег. Много снега. Я приеду обязательно сюда. А что не будет? Будет. Нет, когда будет снег, я обязательно приеду санками покататься, понял? А что не будет? Придумаем, брат. Ну, а санками, кстати, тема нормальная. Возьмем кентов, возьмем санки, поедем кататься на санках. Куда? Будет так. Да, тогда... Так я приеду, когда снег будет. Будет охуенно. Типа, племянницу возьму. Может, какую-то малышку. Я помню, короче, день пиздатый был, депрессия какая-то была. Я взял племянницу, малую одну, такую, Юля звали когда-то. В бару? Да, такая у нее розовый волос. Угу. Помнишь, мы еще ее приводил к Андрюхе? К Андрюхе? Куда? На дачу? Домой просто. Мы сидели еще, блядь, мы все, помнишь, собрались как-то, прям толпой, блядь, как-то у Андрюхи. Потом он нас выгнал, не выгонял у нас. Мы в снежке потом хуярили, помнишь, еще на улице тоже. На тебе. Давай, давай, ставь сюда. Два тапочка и обои на одну ногу. Малолетку еще? Да не, ну, блядь, что ты? Не малолетку. Короче, я помню, был день, когда я взял племянницу, взял ее, еще она, я ее пофоткал еще, когда еще бружил на санках, мы покатались, я ей предложил пойти к Андрюхе, мы пошли к Андрюхе еще. Асю? Нет, ебать, я вспомнил, блядь. И, типа, мы там почилили, и потом я просто повел домой. Ну, не, мы не встречались, мы просто, типа, вот я помню... Ну, домой повел. Да, ну, к ней домой повел. Она что-то обиделась, вообще, мы все начали в снежке ходили. Ой, мне надо домой, и побежала, думаю, ну, ладно. Я ее догнал, типа, говорю, куда идешь? Домой. Типа, домой, блядь. Ничего не получилось. Ничего не получилось. Покажи другу, как ты, как вы Диану связывали. Бля, ну, это долго, не хочу. Ты же Твич не смотришь, да? Не. Зря, я там подругу связывал, пиздец, веревками. Зачем? Трахать. Трахал? Нет.
Смысл? Не дали, блядь. Это Диана. Я хотел привезти ее сюда, понял? Типа Диану, там есть такая. Стримерша? Вьетнамочка такая. Красивая. Привезти. Да она очкует. Я же поэтому и спрашивал, что ты на машине забрал. А смысл было забирать? Надо было ее брать, потому что в поезде ехал один. В автобусе ехал один. Что ты понимал? Вообще? Ну там два человека попутчика, блядь. В автобусе. И в таксистом я, с таксистом ехал. Я с людьми вообще не контактировал, кроме водителя, и все. Было ее везти сюда, но типа, ну, бля, вряд ли она бы согласилась. Мне кажется, она бы слилась при любом этом. Раскладе? Да, мне кажется, она бы слилась при любом раскладе, что бы я ни придумал. Таксистский Иван Абар. Мне хоть чем заняться, блядь. Отдавать 3000 гривен, чтобы ее просто завести сюда, блядь. Я думаю, с пацанами в грант пойдем, сейчас накидаемся там, нахуй, резюки сделаем, какую-то малышку, чтобы приведу. Сока читал. Сока? Короче, проблема в том, что я должен быть сегодня на стриме, но с телефона это вообще полный тиль будет. Я сейчас буду звонить другу своему, и мы будем что-то придумывать, потому что не очень круто. Ну, это не очень круто, если я пойду на стрим сегодня, потому что я завтра уеду. Если я завтра уеду, то типа сегодня еще на стриме, то я вообще нахуй не отдохну. Типа, я сейчас посижу, типа ты уйдешь, я посплю, проснусь, пойду на стрим, завтра утром делаю дела и уезжаю, то типа я вообще нахуй не отдохну, я буду в ебаном тильте. Не, я ебал так, типа. Я хочу просто пообщаться, чем-то другому уйти, типа. Просто, знаешь, как я отдыхаю вообще? Я, вот когда мне заебывают, вот стримы и все нахуй заебывают, я просто меняю круг общения полностью. Ну, не навсегда там, типа, я просто общаюсь с людьми, которые, типа, не в этом, не в этой сфере. Ну, все, пожалуйста, все. Да, все, сегодня вечером, блядь. Вечером в хату, блядь. Вечером в хату, блядь. Алина сказала, что она бы поехала, но ей никто не предлагал. Ну да, я не предлагал. Да нет, ты что, мама на нее раскрикнет. Здесь Алина, короче, девчонка, милая такая, она, это, балерина, понял? Растяжка пиздец, нахуй, такое можно выполнять, вытворять. Нормально. Но она такая пропили, тихонькая, да? Но мамка пару раз бы крикнула, она была, думаю, блядь, обончилась без этого страха. Мамка же меня ебать сильно. Это вам просто с картинки смешно, а она прям душит, мамка. Прям, ну ты чувствуешь это давление, правда, брат? Ну и он-то знает, каково это. Он-то знает, как это, блядь. Он-то знает, блядь. Ну слабенькие девчонки, они быстро нахуй поплывут. Поплывут нахуй, блядь. Тут опасно. Ебать, ты сияешь, брат. Как в песне «Сияй», да? Сияй! Сияй! Алина бы не вывезла. Ну, твой друг похож на Кительмана. Не, мой друг похож на меня, блядь. Мы на друг друга похожи. Ну, сейчас не так. Потому что прическа решает вопрос. Кто там еще? Кто там? Я, Артур. С фляжкою? И шо? Что ты снимаешь? Что ты взяла? Что тебе показать? Сэм? Я заснял. Что ты Сэма взяла? Швепс? Сэма взяла? Швепс. Швипс? И что ты улететь сегодня думаешь, да, уже? С этой, ну, естественно. Вам... Улететь на Мальдивы сейчас... я хочу, слышишь? Мне интересно, смогу я улететь на Мальдивы или нет? Ну, я могу. С этим швепсом я смогу улететь? Нет, тебя не пропустят. А что, вы сейчас будете? Нет, конечно. Потом. Это что, облизывается. Хочешь тоже, да? Не, мне на работу сейчас. Ответственность. Да. Я понимаю, брат. Да ладно, сейчас пару часиков побуду. На работе? Да. Спетляю. Что? На сдачу. Суми на чай выше. А вот, хотя давай сюда. Сколько Сэм стоил? Это полторашка или литра было? Литра. Литра 72? Я не знаю, ну 60-70. Это бар. Так у мене кислиця велике, блядь. Ну, наверное, надо худать, блядь. Та ні, це понял, по-встречі, типа, коротко і пиздец. Бля, литра 70 гривен, это нормально, слышишь, блядь. Можно нахуй так нахренячиться, блядь, я ебал, блядь. А сколько вы берете обычно с типами? Я забыл просто дозировки. Полторашку на троих? Не, двушку десь. На троих? Ну да. 2 литра Сэма? Ну, у меня отдыхало, нам не хватило, мы же коньяк до стола напили. Сколько, блядь? Подожди, сколько вам надо, блядь?
пойдет. Ну, Димона Блажнюха. А, у него ж на ноябрі тоже, да? Да. Какого? То він 8 літрів взяв. Чув 6 пиво. 6 чоловік пило і 8 літрів? Вітьок Влад, то я кажу, Вітьок Влад сразу ушов. Вітьок так само, вдома. Та ми там вже лишались. Тарасюк, Санюк, Ясся, я, Димон. Короче, весело. То ви допили все? Да. Там мало хто що помнить в кінці. Ебать ви демони, дядь, ну ти очень жорстко. Чувак, ну буває там, блядь. Покажи рис. Хочеш віддохнути, пиздец. Так як віддохнути? 8 літрів на 6 телек, це ж пиздец много. Що поділати? Це ж прям пиздец много, дядь. О, мені Тарас дзвонив. 9 минут назад, Саня дзвонив. Блядь, тільки що він мені не стрельнув за клітку. Тарас, ім'я таке українське є. Да, Сань, ты звонил? Ну, приезжай, Зара. Я просто в Блокар нашел, то что Зара выезжает. Что? Нашел. Зара выезжал. В Блокар нашел. А выезжаешь сейчас? Ну, хочешь сейчас выезжать? Что ты до мамы зайдешь? До па... до мамы? Нет, я понял, я образ забыл. Тебе что-то придумай, мне надо паспорт сделать, мы пойдем в Грант. Ты что, только в бару робится? Что? А что, только в бару робится? Что робится? Паспорт. По місці прописки, блядь. Місці прописки. Євпатій. Ти єбанчик, блядь. Коли карантин, то не тільки по місці прописки. Там, де живеш, то живе. На, тоді. Там, де живеш? Да, допустим, в Києві це завжди міг робити. Я ж в Вінниці робив, я ж в Вінниці не прописаний. То фотку поміняти. Ну так фотку поміняти, мені так же зробили. Та там не твою вклеїли, заїбав. А помнишь, як ти на Польщу хотів поїхати і паспорт не тут взяв? Добре, добре, добре. Давай, добре. Це вже буде весело, блядь. Це вже буде весело, блядь. Да. Я зараз Димона наберу, дійти. Я подивлюсь, скільки вони роблять сьогодні, чому всі сьогодні працюють, чувак. Сьогодні що, середа? Звісно, должен не працювати. Ні, там якісь короткі дні. Ні. Чувак, а ти б зараз пішов. Підемо зі мною, зараз ходиш. Та ж водоки нема. Фотки нема. Блядь, то зробиш? То куди мені йти зараз? Пішли, я тебе заведу, я знаю, де робить фотки подруга, там вона мені робила 30 гривень і віддав. Ну, піждем зараз, окей. Я хочу тобі показати Діану. Ти довго маєш збиратися? Я зібраний, взагалі-то. Пішли. Я хочу Діану показати тобі. Показую. Тобі такі подобаються? Що ж ти мала привезти? Так. Да. Мало. Нормальні фотки є? А, я поняв. Що, вона не захотіла? Ну, що, я з кимось зараз приїхав? Мало ли. Ховаєш її там десь. Ну нормально, що, буду привезти. Поділили на двоїх би? На троїх, чого? А хто третій? Санюк. Слушай. Я ему объяснял запретки, которые нельзя говорить. Только не говори ничего, пожалуйста. Запретки. То есть говори эти слова там. Заткнись нахуй. Нельзя говорить, блядь. Ну меня улечу просто нахуй. Так, я сейчас в туалет схожу и пойдем с тобой. Что, погнали, что? Я в туалет схожу, посиди, пообщайся. Так я никого не знаю. Так они тебя тоже, и что, познакомишься? Или я срать при вас буду, блядь. Это долго, блядь, чувак, не? Не, срать хочу. Я сяти хочу. Мама, я, наверное, піду вже робити той паспорт. Піду робити фотки і робити його, чуєш? Не надо фотки! Ну надо, то ж Богдан. Бодя! Фотки береш! То ж надо поміняти фотографії, ти слабана голову! Забирають цей паспорт, новий роблять! Ні, новий не роби, чувак. Пластиковий не роби, роби старий. Чого? Пластик говно, лучше зробити. Так в мене є загранпаспорт. Ні, просто поміняй фотку і все в паспорті, він лучше. Чи вони так роблять? Закрий двері і зайди. Пластикові карти навіть прописки немає, чувак. Мені треба допустити, що буде прописки. Господи Боже, блядь. Да? Да. Так, якщо тебе нема прописки, я не дійсно. А що це таке? Це горілка. Що, хлібним? Сеструха. Хлібним, блядь, да? Братуха. А це прям грязюки, да? Короче, йде в туалет, така рябка, там, знаєш, поговорю. Давай, давай.
Мам, що будеш робити, ма? Ма. Будувати її. А що не так з нею? Корміть. Тебе накормила, її ні. Що з тобою не так? Чуєш? Що ти хочеш, блядь? Що з тобою не так? Не чіпляйся. Що з тобою не так? Не чіпляйся до мене. А що з тобою не так? Слухай. Старому, блядь, як щовкнув Андрій, блядь, як він його тут почав гасити, блядь, пізда була. Ой, я страждаю. А що було? Такий був піздець, що ти не представляєш, старий піздець. Гасив, блядь, так, що ну, блядь. А що з Андрієм? Я не дала, я гасила старого. Старий, блядь, з кулака раз, морду. Это в GTA 5 RP. Насилие тоже нельзя показывать. Він так гасив, що це ти даже не представляєш. Я аж сама злякалася. Я думала, що йдем де трафарет. Запер. Слухай, дюдо гасив, кому гасив, блядь. А той Андрій там засох, а я його по плечах. А Андрій сюди, во. А той сюди, блядь, то не вон. Думаю, блядь, зараз мені все поб'ють потрошити. Гашну старого, а старий не вміняємий. Він дуже був вагонний конкретний. А старий Андрій так і вой, а старий проти нього так і вой. І валить його, валить. А чого це? Бо він йому щелкнув по вуху. Папа собі їм розслабився, ми а той сиділи, заходи, а той тільки раз йому. А той зайшов, так, і дав йому і по вуху. І старий на нього, як ти якого, каже, хуя, блядь, будеш мені свому, цього робити? Свому, ти свому тату. Батьку, татові свому, зроби цього. Ні, ну справді, а чого ти, блядь, підходиш і цього щелкаєш, блядь? Я думала, він би що... сам би ноги зламав. Ну, в GTA 5, звісно ж, в UFC. Ні, ну просто він так його обідив і перелякав, що він до нього так відноситься. Старий був не готовий просто, знаєш, до, типу, до цієї... Ні, все правильно, що він йому надавав. Да. Я б сам би йому надавав би. Це було жорстко. А я, блядь, сижу їм, перелякалася. А він з ним на рибалку поїхав? Ні. Ні, він же ж не їздить на рибалку. Андрій, ні? Ні. То що, не посварились, типу, да? Ні, він потім приїхав. Він потім ще, блядь, приїхав аж бігом. Я чую, виходжу, о. Андрюша. А він вже ніякий, так? Так, так, так. Він там вже там вибачався і допомагав папі все складати в гаражі, інструменти, все допомагав. Ці пінопласти. Інструменти. Да, да, да. Я зараз спустю. Ви тоді... говоріть, розказуй там хлопці. А що там, що там, що там хоч? А потім той уїхав домой. Чо ти лезеш, сука, блядь? Іди помідори їж. Воу, полегче. Анон. Артур, я вже тобі тільки що закинула. Закинула грязюку, вони ще сміються. Що вони там пишуть? Ану. Ахаха. Я їм таку зробив. А потім мама! Це так в кіно показують, артистка я. Баба-артистка погорілого театру. Господи Боже. А ми? У нас кіностудія. Студія. Шевченко? Кіностудія Довженко. Не кажи, яка. Так, хай не знаєте, адрес ще розкажи. Що ми насправді там... Ні, ну кіностудія Довженко, це в Києві. В Києві ми на неї їздили. Києві кіностудія Довженко. Там все знімається, там все такі круті. А ще є Одеська кіностудія, ти там була? Ні, не була. Ти там жила, ти возле неї жила. І там подрабатувала на зйомках. А якщо я хочу срати, я ж не всрусь десь по дорозі. А якщо вдруг? Да не, ну надо пробочку такую взять туда. Ти що ти будеш з цими синіми косами, блядь, фотографуватися, блядь? Да, що мені? А мене не буду, воно буде чорно-біле. Як в 90-х? Да. А що, вже будеш пити, да? Так по 5 капель вип'ємо, бляха мух. Набери їж. Ти ще взор? Їж поки по пам'яті. Читай, що подарил. Что ты английский выкупали? Супреме? Супреме, блядь, Суприм. Ты у нас вообще крутой пацан. Что там говори? Да. Естественно. Меня все любят. Ну, боже мой. И чатик. Еще бы. И чатик любит.
Присаживайся. Сюда. Все, я буду идти с Богданом, прогуляюсь, паспорт зроблю. Ну, мне же надо свой паспорт взять, да? Ну да. Старый или новый? Ну то это который... все бери, и код бери, а и паспорт. А код надо тоже взять? Ну на да. На всякий давай случай код. Бери все. А где в пизди твой код? Тут у нас же. Ты же мне казала, что он тут. Артур, бери все с собой. Якщо ти робив, де ти робив заграничний? Тут повинна бути вся твоя інформація там. То вона там повинна бути, в Вінниці я робив заграничний. Ну, в комп'ютері. Ну, в комп'ютері, ну да. Ну, то все. А код я знаю, що тут є, да? Ти казала, що він тут. Попробуй, що його найди, блядь. Це свідоцтво. А ти що, його не забрав? Ти казав, ні, повниш, я казав, що він тут. Він такий великий, ламінірований. Да, ламінірований він. Це хоч подивишся. Я тепер не знаю, де його. Подивись на цю нашу. Мені не можна показувати. Ну, типа, документи лише не показувати. А тут ти його забрав. Він нам. Ні, ти казала, що він тут. Я пам'ятаю, ти шукала, ти його знаходила. Так, і де там повинно бути все? Там все буде в базі. А ну сейчас. Слышишь, Бодя? Идентификационный код брати? Да. Точно? Все надо с собой брать, я ж тобі кажу. Да ёбан. Да... Боже, а тобі не верно, надо буде в налогу. Заграничный паспорт, и там все есть. Якщо в тебе есть заграничный паспорт, то ты сразу все сделаешь. То у меня есть загранпаспорт с собой. Его ну, то можно взять загран? Береш, бери загран, и сразу считывается информация. Бо я не знаю. Блядь, заебалась с этими бумагами, что они не могут. Да пиздец вообще. Насыпать, блядь, типа нормальные движухи. Серьезно, блядь, чат. Пиздец. Я беру два паспорта и в рот их. Да, 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 да. Так, так. Да я не буду. Они по заграну могут. Я не знаю. Считать все. Информацию считают загранки. Это что за пиздец, блядь? Да, я не брал с собой загранку. Я так сделал. Паспорт, код, вы фотки за ней, заяву написал, через день не забрал, все. А какую заяву? Добрый день, мне 25 років, я Артур Нарчук Сергеевич, пришел до вас зробити паспортні дані. Будь ласка, въебіть мені фотографію. Я тебе завкала. Що, ти значит, як будеш до цієї дані, може, бо ти по-любому до дані будеш заходити. Що мені сказати? Що я... ні, ти можеш сказати, що моя сестра ваша однокласниця. То мене весь психу знають, я типу скажу. Та нюхай, Йосип, блядь. Танюша, ёбаный рот, пара-рова, молодая, эх, из справы. Помнишь, как мы щелились? Я такая, о, Артусик, ёбаный рот, Артусик, блядь. Да не, нормально все будет. Не, ну можешь сказать, что Инга хотела вам позвонить, ну, небы на вы, надо. Инга, вам надо хотела позвонить, а вы не берете трубку. Моя мама, скажешь, вам писала, и все. Моя мама вам писала заяву. Я и все. Господи, ты отожди, зараз я подивлюся, може в мене є, блядь, її номер. Ми в технікум підем? Все технікум. Помните, я розказував про те, що я біжав з типами? Загран не підходить. Нужно отдельно. Що? Загран не підходить, нужно отдельно. Мама, давай шукай цю херню. Котру? Пишуть, вот. Загран не підходить. Бля, це пиздец! Ти забрав з собою. Блять, а якщо він у мене в Києві, що мені делать? Тобі треба йти в налогову код брати, блядь. Сраку, він десь є. Ти пишеш Нерчук Артур там і... В мене там все, блядь, вся інформація твоя. Ці хуйні, блядь, є, да. Нема. Комп'ютер, так ось він. Це Анжела. Це Нерчук Анжела. І що мені делать, якщо він в Києві? Другий раз приїдеш. Ну как другой? У меня нет возможности. У меня нет возможности другой раз ехать. Фотки снимали, ничего. Что? А, фотки, фотки есть у меня, Инна. Фото? Да. Все. Фотка тут, можно? Я ж тебе была, что-то перекидала, фотографировала, блядь. Только вот именно ты же звезды перекидывала, фоткала, помнишь? Ну, я знаю, я тут была. Слухай, какая-то у меня есть Таня, давай я ей просто наберу. Да, давай Таню наберем, может, это маникюр, блядь, как раз мне маникюр надо сейчас, блядь. Это Таня? Таня маникюр, блядь, и там Таня парикмахер. Да не кричи уже, господи. Да кто кричит? Что тут, где найти? Я тут все, ничего не разберешь. Ты мне кидала фотку, помнишь, кидала? Куда ты мне кидала ее, Телеграм? Да. Чи Вайбер? Телеграм? Ты ж на Телеграме за мной. На Телеграме.
Я даже не знаю, где свой паспорт, где он? Милиция. Я не ебу, где он? Полицай. Это. Звідти заходиш від магазина отеля. Приложение. Алло. Приложение Дія есть? Есть. А что там? Да Дія, я не сделал. Блядство якесь. Я тебе перенаберу, почекай. А Дію і НН надо вносити? Давай зараз чекаю, треба поділу, поділу. Ой, бля, це що за. Я не регался в Діє. Нема в мене тут. Чорт, я не могу. Візьми фотку розпечатай просто. Код який ти не скидав, так і все. Блядь, я покажу їй просто это. Покажеш просто. Сейчас я посмотрю, есть ли ИНН здесь. Что есть, лучше распечатать. Да, вот он, слышишь? Ну это просто распечатать. Вот у меня он есть. Фу. Ну, вот мой ИНН. Мам. Что за пиздец, блядь? Да, нормально. У меня есть он, фотография. Ну все, вот. Да это вообще якийсь пиздец, блядь. Блядь, у меня два новых паспорта и ИНН. Мне похуй, кто там что-то весь высыпает. Я сейчас насыплю. Пошли на спад. Так. Насыпем по дороге. Так, что ты с собой не берешь? Телефон, что же? Маску, конечно же. Вас маска да, без маски да. Ты туда не зайдешь, ты что? Вау, я думал, блядь, залезу в окно. Тебе есть маска? Конечно. У меня есть куча масок, я купила вчера 10 штук. Голубенькие. Ну, голубенькие. Я уже 3 дня ношу одну. Давай, ты мне назову. Давай сюда, ей новый, давай. Где, мама, эти маски? Начинается тут, без мамы, блядь, тут ревизор живет. Без мамы тут ни хера не будет. 9 и 10. Так что это? 10. Там носки. Чувак, у меня была маска, когда я ходил с начала весны до конца лета. Ну, у меня тоже, брат, ничего. Ничего? Разу. Я пару раз загулил. И что, думаешь, моя маска пошла? Я срать хочу. Знов? Я же не срал. То йди, бо ти де там підеш? Та я по телеку. Город. Ти дурний чи що? Що, ідіот, блядь? В Баруні де туалета нема. Це квест. Це квест. Квест вижити, ти пошариш? Ну підеш на бульвар і кропиви знайдеш собі. Ну пушком підітрешся, блядь. Це як квест. Типа, щоб не всратись і вернулись, шариш? Господи. Ну підеш в місті весь, поки можеш. Я швидко сру, брат. Ну йди. Ми ж тобі все збираємо. Та ти так швидко сраш, як твій старий, блядь. Карина! Ця, блядь. Заїбали, Інга. Я сру очень. Ну давай, Сара, ты побоишься. Пойдемте со мной сейчас. Посмотрим. С тобой посмотрим. Таньку набирай, думала, что это Таня написана. Там сигареты есть, где кури? Таня, это булька. Один раз на Леониду, а другой раз на Леониду. Да, блядь, тупа. Пиздец, блядь. Я лишу их тут, только не могу. Таня, Танча, блядь. Слышишь? Треба піпець Тані, бля. 50 танчів. Я блядь. Тобі кажу. Я лишу їх тут, тільки не матюкайтесь. Де ж казати? Кого ти лишиш? Типів. Бери! А, щоб ми. О, то ми зараз таке тобі там наснімаємо, що ну, піздець. А ти не кажеш її. Опять ти, Таня, сука, блядь, в кожній квартирі, на кожному контакті ти одна Таня. Ти ж не матюкайся, бо ж там не можна, щоб типа. Ну я що, сказала большое слово? Ліза, що ти робиш? Ліза! Лизунь! Хвостик! У тебя хвостик! У нас отец серенький и кот серенький. Отец серенький, потому что Сергей, а этот серенький, потому что он называется Томми Хилфигер, чтобы вы понимали. А следующий кот будет Карл Лагерфельд. Він складує лапи. Він таку робить лапку на лапку. О. Томі Хілфігер. І ще у мене кошка називається Міша, а вторая Циля, тому що це із фільму «Мішка Япончик». Ми думали, що то Мішка Япончик, а то кошка. А Артур, ми тобі зараз тут добре наснімаємо. Та-та-та-та. Матюкатися не можна, так? Да? Так. Хорошо. А що там пишуть? Що там пишуть? Кушай, кушай, діточка, кушай. Боже, вони так швидко пишуть, що я не вспіваю, блядь, і прочитати. Ти не кушаєш, я обираю зі стола. Ти не кушаєш? І що навіть і не випила, між прочим.
не будешь. Ты же знаешь, что мне надо воды. Це пиздец. Что такое? Ты что там, рожаешь? Что тебе там не так? Да я могу посрать. А матю ее, блядь. Зараз я на тебе кину кошку, и ты аж бегом. Блядь. С перепугу аж бегом. Придется штаны менять. Какие оденешь? Мои, что ли? Лосины. У меня одна знакомая говорит, разговаривать по-украински. По-украински надо говорить лосины. А она говорит, говори по-украински, говорит, лосины. И к чему это лосины? А я ей говорю, а ты еще скажи кресовки, потому что у нас так говорят, кресовки. Не бы они из кресы, что ли, или что? Лосины, Валя разговаривает. Боже, наша отца почует. Лосины, на тебя вбила. А у нас шведский стол, понимаете? Смотрите, это в натуре стол из Швеции. Шведский. И мы должны возле него вот так стоять. И эти вот, смотрите, какие рюмочки. Вы таких никогда не видели и не найдете. Это с Америки раритет. Я себе купила в интернете. Бешеных денег стоит. Но я не скажу, потому что сын подумает, что он... Для чего он работает? А дочь моя, у нее кличка Солоха. Она делает себе на голове солошку такую. Бантики такие на оловке. Это солошка. Солошка. Солошка ты пиздюшка. Что ты там закручиваешь? Давай назад вот так и все. Надо гнать. Беса! Куда ты пошла? У нас даже кружка называется бар, чтобы вы понимали. А, мене понос. А мать его, ёб с тобою, блядь! Ша! Ша, бутиха! Такое словко. То что мне, я говорила... Все мне... на дроте или нет? А кто на дроте? А ну-ка, пацаны! А ну-ка, быстренько! Комментарии хорошие написали! А ну-ка, быстро! Все, пишут уже! Боже, мне так быстро пишут, что я не успеваю за ним. Они возле президента работают. Пиздец, так быстро пиздец. Пишут. А писают тоже быстро! Скажите, пускай они подпишутся. Подписывайтесь! Пацаны, все подписываемся на злой канал. На канал злого, а не злой канал. Не важно, бля. Потому что это наш злой. Он самый такой. Не такой, как вы. И вы никогда таким не будете. Потому что он всегда лучший из лучших. А лучше, чем он, не бывает. Запомните это навсегда. Злой лучше всех. Все подписывайтесь. Мам, не витрещай, так ці очі. Он самый любимый. Боже, ты так ці очі витрещаешь. У меня такие глаза, как у моего сына, потому что это мой сын. Ахаха, все пишут. Ахаха. Боже, они так скоро все цього пишут, блядь, что я на... Миллионы! Не могу прочитать, блядь. К нам идут миллионы, ну типа люди. У нас есть такой знакомый, он рассказывает такой стих. Мільйони радо йдуть, бо це голос духа. Боже, вони так швидко пишуть, блядь, що це піздець. Я вже починаю гнати, блядь, скрізь. По усіх хатах турецьких. Я вже починаю якісь приколи робити. По вертатах робить нецьких. Отак. Все, мам, віддавай хлопців. Все, не віддають хлопців. А ну що вони там пишуть? Хоч що-небудь прочитай. Ахаха, це піздець, кого, крінж. Що? Та вони просто сміються. Вони нічого поганого не пишуть. Не хочуть поржати, так? Да? Так, да, вони жруть. Ну все, давай, йди, гірше діло. Полегче! Все, йди, гірше діло. Гоним беса! Іди, делай пасту. О, мені таланти, доча! Я все слышал. Я тобі дам крохмал випити. Крохмал? Да. І випиваєш? Не буде тоді це. Тоді воно зразу прекращається. Я не всрусь? Ні! Ти що? Я всрусь?
Нет. Сразу же слухай. Дай ему пару цифр. Або парень с горошком. Ну, за горошком. Может, ему зря буде видеть. Горошок у него уже. Ні, мам, я не буду, я нормально сходив в туалет, мам. Ляма, ну нормально тебе. Та я нормально, мам. Ну, без нічого. А якщо тебе десь прикрути? Ну, чуть-чуть, дай. Що тобі робити? Що тобі робити? Сурусь. Тебе прикрути, блядь. Сурусь. Що, плюс бан, блядь? Нету бана, я видел весь стрім, сука. Ви що, фоловитесь? Ви фоловитесь, блядь. Ви фоловитесь. Да. Артур, то що ми будемо сьогодні якесь відео робити чи ні? Іди. Ні, ні. Давай пий, воно нормальне. Точно? Ну, безвкусне, безвкусне. І все. Реклама. Яке відео? Ні, я ж приїхав паспорт зробити, от пострімити. Може завтра ще утром пострімити. А ти їдеш завтра, Кей? Да. На чому? Я не знаю, з тобою їду. На козі. Ну, якщо ми все, якщо спію зробити, то завтра на утром рано. Що, сам ураня? Так. Да. Блять. Що, F? Що F? Стрім упав, що ли? Стрім упав, Слухай, ти йдеш до тої тайні або зразу йдеш до начальника. Петро, я йду Яковлевич. Фоткатися, а потім йду туди. Петро Якович, мені треба... Кажеш, я Анжели Нерчук... Я син мамин! Суки! Ой, я у мами один син, а я у мами один син. Артур, знімай. А я у мами один син, один син, погуляти хоч би з ким. Все, мам, я побіг. Ми гоним, блядь, не по-детськи. Давай іди вже. Все, я теряюсь. Хайда витеряйся. Слухай, позвониш звідти? Що там і як там? Бо якщо що, то може дасиш трубку, да мама я з Петром, поговорить. Бо я собі з Петром хорошо говорю. То я кажу, що ви мені так подобаєтеся, я би з вами куди-то пішла. Все, я погнав, мам. Хайда, давай йди. Давайте, Бодя. Зустріч. Пішли, брат. Що? Що, маски десь ходити? Ні, не можна. Давай двері закрити. Гайда, виходь. Ніякі двері не треба закрити. Ви когось боїться, у мене така палка або стоїть. Я вже чекаю, коли вона на комусь полоні. На пиві ростуть. Да, блядь, на якому пиві, блядь. Ах. Так де б на технарь? А, можна так. Що вам, їбальники показувати или показувати дорогу лучше? Сейчас. Дорогу или їбальники? Ну, обратно. У твоїх їбальники є дорога, да? Да. Ну и чё, и как вам моя семья? Малая звонит? Алло. Как вам моя семья? Чё? Привет. Чё, дед пропал? Супер, я а доволен. Я доволен. Теперь поняли, почему у меня такие шутки веселые? В кого я, так сказать, вошёл? Не, Артур приехал просто. А, не, вы как же зарплату получила, идем в ран? Димон, да. А, Димон? Да. Семья бомба, да, честно говоря. Главное, чтобы вы клипов делали много и распространяли это все. Ну, типа на YouTube, там, TikTok, это же весело. Я не хочу, чтобы такой контент просто угасал на просторах там любого... Ну, просто на просторах угасал. Я хочу, чтобы он был, типа, везде, понимаете? Типа, чтобы он там на перезаливах был, везде. Если вам весело, значит, другим будет весело. Мама в Африке. Маніта є? Бля, я не бачу всякий піздець. Звоночим? Да, да. Я надіюсь, що я зараз прям зроблю паспорт і, типу, вечір буде свободний. Я можу робити все, що хочу. Було би охуєнно, я думаю. Правда? У мене селфі-палка, типу, вже не в тему, да? Ну, какая нахуй селфі-палка, Бодя, блядь? Ну, ёбаный снич, на селфі-палка тоже садиться на себя. Это же, блядь, стабилизатор профессиональный. Телефонный. Оно у них не трясёт, ну всё классно делается. Всё супер, блядь. Прикольно. Ну и дорогу им снимаем, интересно дорогу посмотреть.
Да, такие дороги в Киеве нет. Да, тут прям пиздец, проселок такой. Так ты живешь просто в ебенях, в центре города, это нормально. Я в Киеве не в центре живу. А, ты про наш город? Ну да. Так а что, так это классно, брат. Так это классно. Наверное. Так, ну, погода я еще нормально. Спит. Да, вот это? Жига. Жига? О, интересно, сколько там баб ебать на этой жиге. Ну, тут мужик, да. Здрасте. Здрасте. Как дела у вас? Что вы робите? Что робите? Кость хозяйственной работы. Собака классная. А мы, я приехал фотографию робити на паспорт. 25 років. Иду зараз в технику. Технику? Фотографию, да, потом паспорт. А потом паспорт? Да. Ты надолго приехал? Ну, на один день. А матери лихот, побув без тиждень. Та ні, тут нема що тиждень робити. Тут, а да. Скучно. В бар це не Київ. Ну, да. Короче, раз я тут шел, помню, у меня, короче, был обычай постоянно мамке покупать подарок, типа в 6 утра, понял? Мамке 18 сентября днюха. Ну. No. Я постоянно вставал в 5 утра, шел на базар, покупал подарок, и когда она только просыпалась, я его покупал, и она, типа, просыпается, и подарок плюс, понял? Я говорил всегда, батя, батя, дай мне денег, и, типа, он мне давал 100 гривен, я ходил, все, там, конфеты покупал, знаешь, открытку, там, цветы, и она только просыпается, а сын уже все принес, я говорю, это нам, тебе с отцом, типа. Я так каждый год делал, каждый год. И, короче, был момент, когда я по этой улице вот так ходил, и вот этот дом, и я иду, я вижу, ну, 5 утра, в окне какая-то хуйня, понял? Какая-то движуха намечается. Я такой, типа, ладно, я иду здесь вот так, нагибаюсь педали завязать. Слышу, кто-то бежит. Я как уебал, нахуй, дядя, вперед. Я так перепугался, это пиздец. Не догнали? Нет, конечно, ты что, я с деньгами был, на подарок маме мне. 100 гривен, да? Да, так это на 100 гривен можно было накупить, пиздец. Делал. Кстати, в этом доме я тоже когда-то был. Прикольный дом, правда? Ты что там делал? А там отец ремонт делал. Да, понятно. Это чисто на подвере был. Ребят, деревня это охуенно. Да? Да. Ты куда переезжать будешь с бару? Не знаю. Всему свое время. Брат, не знаю, как ты тут живешь. Ну, тебе нормально, у тебя уже девушка, ты с ней живешь, а постоянно работа. Это круто, типа. Ну, это классно. Типа, да. Типа, я имею в виду в этом плане. Но я бы, типа, не выжил в деревне. Не да знаю. Ладно, ну, потому что у меня, типа, все в Киеве. Я ж там ну, типа, мы все одним делом занимаемся. И всякая движуха там. Ебать у меня! Что с ногтями, сука, еще не черные все, блядь. Переехал. Налево? Там направо. Я только подругу зовду. От меня щелкну там. Да куда идем? Налево идем? Куда? Направо? Да. Да какой подруга? Фотку сделаю тебе на паспорт. А где это, блядь? Там все рядом, берем паспорт. Но... А, ну давай, веди меня. Я ж не ебу. Я думал, в техникум щелкнет. Мне надо ебать. Да? Я тебе не с трима расскажу пару своих похождений. Да? Да. Кто расскажет, тоже расскажет. Настя, ну, у меня их не было. Ну, конечно. Конечно, не было, блядь. Это шутка. Конечно. Вон у нас палят что-то, типа, видите? Дыма дохуя. Посмотри, палят, пахнет травой сжженной. Ну, такой город у нас прикольный. Переходим? Да. Ну типа палят листья. Выкупаешь? Листья. Ну все типа удивляются, что я с палкой хожу, снимаю. Ну да. Это очень странно, да? Да. Ну если честно, мне похуй. Ну я привык уже к таким взглядам. А ты бы прошелся с палкой, поснимал вот так? Не знаю, нет. Я тебе познакомлю с Оксигеном, есть такой кент веселый. Но так он вообще ёбнутый. Он бы в этот катафалк залез бы, лёг и сказал, вези меня. Поверь, он бы так сделал. Это жестко, Это жестко. А ты бы лёг? Ну, я ебал, я же на Твиче стримлю. Слишком жестко.
было бы забавно. Базарчик, собачка так. Подожди, а куда мы идем? Вниз? Нет, прямо. Вот тут машина. Помнишь, как там девчонки жили когда-то? Помню. Вот там, вот это красные ворота. Конечно, помню, что. Ты помнишь, знаешь, я на стриме рассказывал эту историю, когда, короче, Саня и Андрюха остались, понял? И подруга осталась. Сначала Саня ее хотела, тупо. Потом он вышел, потом Андрюха просто залетел под шумок, ее начал ебать, и все заходит. И Саня заходит, а ее подругу уже ебут, блядь. И вот это забавно было, правда? Ты был тогда? Нет. А где что, место был? Встал, все потерял, блядь. Да, так это же забавно было. Да-да. Вот эта фиртка, блядь, вот тут сдавалась. Это был пиздец, это много историй. Бля, это не говори, это там... Вот это времена были золотые, да? Да, было весело. Ну, не то, что весело, бля. Ну, мне нравилась наша молодость. Типа, как она проходила. Вот тут я всегда пончики покупал по 50 копеек. Ну, кажется, она уже закрыта, шашлычная. Да. Времена прошли. Да. О, Гуцы, о, нихуя себе! Ебать, это да? Встреча. Это уже встреча года, брат. Брат, это встреча года. Давай отойдем с дороги. Ебаный снич. Привет. Выходи, что ты? Выходи давай, мы тебе сики руки. Спешу. А, куда? Ты спешишь, брат. Ты спешишь. Сона. А, это вы в машину? Я два. А? Это вы в машину садитесь? Или нет? Вы в машину садитесь? Нет. Нет? Как дела, брат? Нормально? Ты зарос, уже постарел, брат. Жизнь не ценит тебя. Как сам? Все хорошо? Когда выйдешь с нами? Ты хоть сегодня? Он умер, ты знает хотя бы? Знаю. Это хоть сегодня? Да хоть сегодня с нами. Давай ты его на бороду и пикнешь. Ну все тогда. Если что, с нами выходи, брат. Входим, брат. Блядь, слышишь, я чуть какого-то типа ему машину не посадил. А он так что-то смотрит, заглядывает, блядь. Попутника, блядь. Пойдем, перейдем быстро. Нет машины? Пиздец. Да я не хочу машину, мне интересно. Чё? Да не знаю, не интересно. Да, блядь, да мне нравится ходить. Мне нравится, когда меня возят. Да? Да. Типа вообще похуй. Хиба, ты видел? Бля, Бачин постарел как-то, да? Да? Я только недавно вот эти ролики смотрел с выпуском. Ой, нашего, понял? В Бурсе. Что Мандебура снимал, помнишь? А я на что снимал? На камеру, блядь, что мы еще в старом танцевали. И ты еще говорил, так, я пью, не снимай меня. А что это было? Это просто мы тогда степуху получили. Ну, степуху получили, да, летом. Да, да, да. Как я кушал пиццу, и гусь там был такой, типа. У тебя есть видосы? Да. Нормально, мне на компу понял, а там, на кресле. Ну, где-то они должны быть, точно. Там, ну, так, чтобы прям полноценно, хуй знает. Где-то они должны быть. Они полноценные будут. Ты пошаришь? Где-то они должны быть. Так, блядь. Так. Да, дядь, блядь, такое чувство, что его не существует в этом мире, блядь. Я не понял, когда последний раз вообще его видел. У него двое детей, что ты хочешь? Двое детей? Ну да. Ебать, я думал, что у него ебальник такой грустный. Пиздец. А как это двое? Я даже не знал. Ну, малая уже в садик ходит, в школу. И мала в садик ушла. Пиздец. По сколько лет? Ты еще третьего хочешь? По сколько лет им малым? В садик пришла сики там, годика два, сики там до 4. Ебай, какое два? В два она даже не знает, как и что она существует в этом мире, блядь, еще. Ну, в три сики ходит в садик, я не знаю. Короче, пришла в садик. И малый там в школу, что, старший класс. Старший класс? Ебай, так это та малая, которую он ее первую нашел когда-то? Да. Да? Да. Бля, дядь, это очень стрёмно. А мы же раз с ней отдыхали, да, в Андрюхе? Когда-то, да, она была. Или у кого-то мы сидели. Что он тоже был тогда, я помню. Это давно было очень. А что это за зал здесь сделали? Культура вообще. О, прикольно. Там теперь не посидишь, да? Да. Кафе караоке. Караоке, бар. Злой, бля. Покажи телок деревенский красивый. Моя фото 3 на 4, стандартно.
Ну, в смысле нету? Не фоткайся, никого не выселил себе. Так мне же 25, мне же надо обновить ебальник, по факту. Так разница, что я говорю, два назад, без разницы. Да нет, так где я должен фоткаться, типа? А да нет, сфоткайся с прической, с Энею. Да, а потом посмотришь, да? А сколько еще меняется фотка? 50? Не знаю. Если так. 50 меняют что-то? Я не знаю. Я тоже не знаю. Доживаем, побачим. А далеко нам еще идти? Я, наверное, дойду к этой подруге, чтобы менять фотку, и я выключу стрим. Просто стримлю уже часов 6 или 5. 45? О, даже жить бы до 45. Стримишь? Что? С Киева? Что с Киева? Стримишь. Не, я имею в виду, типа... Нет, я как только в бар заехал, я включил стрим. Uh-huh. А бар я заехал в 10 или в 11. Куда нам? Прямо направо? Прямо. Лево? Прямо? Да. Ёб твою машину, как вот эти. Ого, ебать, а что ты с ним? Плохо. Ого, реально как-то. А что, так не должно быть, брат? Нет. Так нет. Серьезно? Смотри. Он прям дым идет, да? Еще взорвется нахуй. Он может взорваться, слышь, может. Зарплатки еще. Он может взорваться? Да нет. Так, движок стукнет и все. Ну это жестко, бро. Это жестко. 3 часа идет, нормально. 3 часа. Я не помню, да. О, это мой учитель, кстати, с физкультуры. Да. Здрасте. Супер, а у вас? Это хорошо. Это мой учитель, классный руководитель. Вы это школа, я здесь учился. Моя школа. Он до сих пор, кстати, на велику ездит. И сейчас он всех времен как учил меня. Тот самый? Да. Не, я не знаю, тот или нет. Ну типа такой. Может, реклама. Вам стрим, печке, да? Что это такое? Вчера. Что за магаз? Копеечка. Какая копеечка, блядь? В смысле, копеечка? Вот, да, блядь. Подписчик? Подписчик, да. Привет. Тим Снайпер? Привет, брат. Что, блядь? Тамариан? У нас там живет. Ага, я понял. Что там, все нормально? А, тебя довел. Не, он Артура хотел. Вообще дома. Давай, брат. Ты же Леша брат, да? Да, ты подписчик. Да, пидрис бачу. Да. Леша, что там? Подписчики тоже и растут. Разом земно? А что там Леша, кстати? Леша на работе, если там трактором ездит. В полях. І наголошую, що одразу на касі ліворуч у нас є в продажі захисні маски лише за 99 копійок. П'ятерку можна вбити. Оп! Прикольно. Підріс – це вирос. Подрос. Подрос. Це по-русски, блядь. Язика ніхуя не розумієте, блін. Як вирос, не вирос. У нас підлітки, а там підлітки. Бля, дядя, они не понимают, они будут думать, что это плохое слово, понял? Ну а чё, сади ты. Красивый подрост. Всё, Боря, хватит. Осуждаю. Ну, короче, понимаю, да? Ну, короче, это у нас центр города. А тебе на работу прям надо как-то под по времени или по хуй вообще? У меня есть запас. Ты какой-то главный там, да? Да не, всё главный. Нихуя не главный. Ну такой. Ну. Я здесь хожу. Понимаю, брат. Ну я тоже хожу себе. О, что-то кто-то делает, что-то какие-то грязюка. Короче, тут какой-то верхаус. Да. Верхаус, мы тут алкоголь покупали, всегда бухали. Но теперь его закрыли, потому что он был очень слишком популярное место. Прям очень слишком популярное, да? Да. Постоянно все там были. Что это у вас за какая-то дискотека, музыка играет, куча какие-то... Это бар, ёпти, что такое? Дядь, что это за какой-то музыкальный город? Что-то насыпают, да? Да. Там парк, кстати. Да. Не будем показывать. Ну, мы были в парке. Парк? Паркую, да, брат. Ну, так, такое место, классно.
Тебе, пари-рури, папури-рари-рари-рари. Это центр, да? Папури-рари. Так, а где фотки делать? Дальше. Это центр надо пройти? Да. Вот это паспортный, мне да. Там надо паспорт делать. Пойдем фотку я сделаю. Да, сразу. И я пойду, сразу, да. Скажи, я уже сделал. Да, даже не тяжело. Какие девки? Бля, девки в бару красивые, пиздец, брат. Какие, не? Ну, это, ну, конечно же, но я их редко вижу. Вот в деревне пиздец красивые. Вот, понимаете, знаете, почему красивые девчонки в баре? Что они приезжают из сел, они чисто не испорченные, красивые, милые, такие, знаете, типа деревенские, простые и очень такие, ну, глянь, ну, не знаю, как объяснить. В свое время мы немного попортили, да? Да, было время, сейчас не знаю, как это работает. Ну, ты, короче, так видишь их, и ты просто видишь, как, о, ебать, тут сделали какую-то грязюку, да? Грязюку какую-то сделали. Да, вот скейт. Да, ты брат. Скейт, конечно. Ну, опять же, чувак, я тут прикольно. Какой чувак? Дымит. А, это он? Ой, ебать, а чё он так дымит? Его за это не отпиздят, типа? Ну. Вообще нельзя так. Нельзя так дымить? Нет. Почему? Чувствуешь, воняет резину? Да, очень сильно воняет. Фу, блядь, как воняет, пиздец. Ну, это площадка. Там, короче, когда-то компьютерный клуб был. ПС-ки стояли, я там играл. Очень много. Компой? Да. Ну, это наш центр города. Вот это. Да, церковь? Уже почти край. Да, мы уже почти весь город прошли, кстати. Чтобы вы понимали. Ничего такого. Сколько ты там смотришь? Что? Ну, 7000. 6000. Прикольно. Прикольно, да? Пол города выгулю. Прикольно, честно. По кайфу. Как-то странно, еще даже никто не подъехал, не узнал. Только один, и все. Выйди вечером. Да куда вечером? Да, ой, вечером нет. Я по телефону зашел в конце лета. Меня 20 человек выбило на улицу. Я с ними стоял и разговаривал полтора часа, это пиздец. Я не хочу больше идти в клуб. Пизды хотели дать? Нет. Да я шучу, что-то. Не, конечно. Говорил, он злой, привет. Ну, было классно, конечно, но, ну, бля. Ну, такое себе. Такое себе. Камик, это он с кем? Это Бодя, мой кент. Я его с детства знаю. Ну, как с детства? С 9 класса. Ну, можно сказать, с детства. И с 8-го? С начала 9-го. Плюс-минус. Давай перейдем направо. А вон фотки. А, налево? Все, тут фотки? На какие там поводы. Терминал. Можешь постричься сразу? Я тут стригся когда-то. Тут прическа одна, классическая. Фото взять, да. А что, оно тут работает или нет? Да, сейчас, пошли ставим. Ну, я сейчас, подожди, я сейчас закончу стрим. Надо попрощаться с ребятами. Ну, давай, попрощаемся. Вот это Бодя был, ребят. Да, всем пока. Всем пока, сейчас я... Алло, ребят, все, я буду закругляться. Вот вам 3 часа контента из деревни. Надеюсь, вам понравилось. Фоловьтесь обязательно в Инстаграм и там Твичи. Инстаграм, Твич, подписывайтесь. Обязательно. Обязательно. Что еще вам сказать? Что это, блядь, я не понял. С каким-то рейдом. Грязный. Подписывайтесь, фоловьтесь там. Что это такое? Ой, с бабушкой. Ой, не-не-не. Бабушка, это, конечно, круто. Бля, я не могу... Я могу дать рейд? Могу дать рейд? Бля, я не могу дать рейд почему-то. Я не понимаю, почему. Короче, там стримит Макривский, Каравай, Импала, Булочка. Четверка, это немало очереди. Да, Макривский, Каравай, Булочка, Импала. Переходите к ним. Я не могу дать рейд почему-то. Я не понимаю, почему, блядь. У меня все не работает. Увидимся. Спасибо за стрим. Сами ищите. Булочка, Каравай, Макривский. Ищите, кому хотите пойти. Передавайте от меня им привет. Все. Давайте сейчас. Увидимся скоро. С вами. Люблю вас.